Посмотрим. А, силы света против сил тьмы. Вижу, да, все. Я тоже буду за них Света против болеть. силы твоего. Вот. Так они Слушайте, нормально разваливают я вам тоже так топ-4, они скажу, тоже ребят, инвокер ебаная имба. да. И ты Ну, ненавидишь против инвокера играть, мы знаем, Андрей. из-за Я инвокера ты сейчас все подключу, парни, 2-3 подряд на инвокере буду катать, а потом уже посмотрим там, что как куда. Я же так понял, он на а тут миде так особо никому не полностью. отсасывает, прям так сильно. Только какой-нибудь линии, наверное, да? Да даже против Лина может стоять. Да блин, а ему пофиг, он против почти любого стоит. Ну, он Там сейчас просто... видно, Ему потом главное в мида лес. взять и уйти в лес, и все. Всего доброго. И санстрайки оттуда кидать. Это идеально, потому что тебе вообще ничего не нужно делать. Ты просто смотришь на карту, убиваешь крипов в лесу и наслаждаешься жизнью. Звучит Но здорово. это твоя игра, Андрей. Это Ты моя же любишь игра, мои правила. подкачиваться. Да, я люблю подкачиваться, чувак. Особенно, когда есть талант на 30% опыта. Правда, я не уверен, что его стоит брать. Возможно, намного лучше будет Фордж дополнительный. Но мне так впадло форжами контролить, пизда. Хотя, ну, все же инвокеры вроде Не, ну как играют обычно берут форжами, фарм. правильно? Ну обычно берут, конечно, фаржа, да. Ну, типа, теряет фарм, мол, пуш. Ну да, он подфармливает. А типа, мол, 25-й у тебя и так будет. Ну, 25-й на самом деле не то чтобы must have, я вот что скажу. Это очень круто, когда торнадо с маленьким кулдауном. Типа must have, но типа можно и подождать. Как говорят, ты достигнешь 25-го, и на этом моменте талант станет бесполезным, а два фаржа-то останутся, как бы. Останутся, да. Ахмо снова на тине катает. Между прочим, немножко похвастаюсь. Я тот самый человек, когда только вышел инвокер в доте первой, который ебурил на нем в китайцев, сука. Они посмотрели, увидели, начали тоже использовать. Было Так и такое, да, было, так и Андрей, я было. помню. Та знаменитая игра, где мы играли против Яфица, и ты был на инвокере. У нас Да. еще была Медуза. У них Я была на медузка, а Дарксине. у нас был А, у них инвокер. была Медуза. У нас какой-то еще кэрри был, очевидно. Может быть, Вивер какой-нибудь. Не помню точно, Лос на чем играл. Да, Я ну... там на Дарксине, который роуминг играл. Но, Тогда это было в насколько я моде. помню, мы победили там. Да. Мы победили как бы на том моменте, когда мы ломали им трон или что-то типа того, а к нам бежал Яфет с двумя рапирами на Свене. Он же А, зажимал ультимейт. да. И было реально стрёмно, когда он бежал в нашу сторону. Но, тем не менее. Тяжело сейчас найти ту игру, конечно. Блин, как же мне хорошо было играть на инвокере. Правда, вот если бы на линии еще можно было нормально подкачаться. Но мне понравилось то, что игра долгая, можно было кнопки понажимать. Я растягивал как мог. Я уверен, что какой-нибудь легион этого инвокера так ненавидел. Он прыгает. Торнадо, бласт, метеорит, там что-то, дуэль не получается выиграть. Он думает, ах, сук, побить нельзя тоже. Айс Да Волк, невозможно Колд играть на Снап, миришнике на боже Фенвор. мой. Это даже если санстрайки не... О, какой же сильный герой. При Да. этом он еще очень неплохо сплит-пушит фаржами, алакрити. А если есть на кого кидать алакрити, то это вообще фаталити. Ну что там, Леха, сколько он там будет идти? Но идет пока. Да включи просто какую-нибудь игру, посмотри. Мы вот так и Да, делаем. КС пошел смотреть. Не, ну да, смотреть весело, но играть тоже весело получается. Да, не, ну давайте подождем. Просто на чё нам сейчас брать человека одного на одну игру, потом спасибо, до свидания? Нельзя ж так. Все верно. Ты просто интересно, сколько он сказал бы времени надо там, ну там, Он 5 минут, использовал слово 10. сейчас. Блин, сейчас это, конечно. Ну, короче, я думаю, 5-10 минут. О, кстати, Врач Кинг. А Врач Кинг же неплох. Он с медасиком такой, Полный керасочкой. отстой, как вам. На нахрен нужен врач Кинг вообще? Ну ты врач Кинг, и чё? Чё По мне тебе? так, Что полный может отстой покер? это Тине в оффлейне. О, это Ахмо, вот же только на тени А, кэт. точно. Боевой уровень сувы. Опа! Magical Sprite. Все, добро. Опа!
Кстати, я такое скажу. Если я задрочу инвокера, то получается я буду знать своего врага в лицо и лучше играть против инвокера. Ну да. Так инвокер не очень сложный герой. Реально, 10 игр играешь и все. Прикиньте, в КСе на топовых, ну, на самых крупных чемпионатах заставляют снимать главный убор, типа кепки, шапки. Чтоб, типа, думать, что там могут быть какие-то чит-приспособления. Ну, а хер ли. Все играют без главных уборов. Правильно. Меньше читеров. А как же стиль кепкоменов? Все верно. Как кепкомены? Какие-нибудь шведы там, они же любят постоянно то в шляпе сидеть, то еще в чем. Да. Кажется, на разных волнах, Андрей. Ну нельзя вообще ничего делать, ни капюшон, ничего. Полный отстой. А, эту самую... Если я хочу, я капюшон. Плавательную шапочку прозрачную. Прозрачная? Если ты... Ее можно. Вот этот чипчик можно? Да, чипчик для волос. Оскорбление верующих, если с ними заставят снять. Не, кстати, да, национальные какие-то головные уборы. Папаху? Просто папахи пришел. Ну вот, например, какой-то это самый религиозный еврей в цилиндре и с этими такими завертушками сидит и играет. И ему такие скажут, типа, мол, снимай давай. Что это хуйня? Кстати, да, полная херня. Я вот видел в аэропорту как-то раз в Америке передо мной такой вот проходил. Именно вот в этой шляпе их... Ну, как-то не национальное, да. Ну, в общем, понял, та самая. И ему, типа, говорили, снимай, мол, а он говорит, типа, ни хрена не сниму, это часть моей религии, типа, жопа. Ну, и в итоге, как бы, он прошел в ней. Ну да, нет, ну, с религией шутки плохи, в любом случае, как бы. Если конечно, ты говоришь, что это моя религия, и нельзя заставить меня что-то делать или не делать, то все, это же ГГ. Только вот тут вот как ставят определенный вопрос. Но если часть моей религии — это ловля покемонов как раз-таки. А, ну вот, то есть это противоречие. Ну вот здесь, да, кстати, здесь получается неправильно. Ну, наверное, в таком случае все-таки церковь имеет приоритет. Так вроде нет, у нас же межконфессиональная сторона, и, ну, типа, все религии считаются одинаковые. Ну, одинаковые. Ну это же территория. Не, ну церковь, сама церковь, она как реально, она как база. А, она... ну да, да. Да, да. Правда. Да-да-да, да-да-да. Лови, как говорится, покемонов в своей этой избушке. А, ну вообще да, слушай, есть даже выражение, чужой храм со своим правилом. Ой, что-то наши мальчики посасывают. Наши мальчики, да, высос делают из... Ой! Ой! Зара! Что, Зара опять там нагинает? Ну, накинал. Сейчас Зара не прожал рейдж. Ну тут, о! Зара. Full Fight Man Team Wipe! Как же он дорог и долог. Как же он дорог. Чего? У Тини есть талант 14 маны в секунду. И, кстати, рофл в том, что Ахмо его взял. Ну, альтернатива 25 скорости атаки не такая крутая. Ну, подожди секундочку. Ну, Тини же в любом случае бьет в руке. Зачем манреген? В этом вообще есть хоть какая-то ценность? Ну, 25 скорости атаки. Был 25%, было бы круто. Да, 25 скорости атаки, это же вообще мало. Ну, у, типа... него, у него скорость атаки 115. Плюс 25 получилось бы получше. Ну, нет, хорошо, парни, я не спорю, что это мало, но есть ли вообще какая-то польза в 14 маны в секунду? Учитывая то, что ты играешь не против Никса, не против инвокера и антимага всяких и так далее. То есть у тебя, по сути, с грифсами мана не заканчивается в принципе. Ну, ты бегаешь, фармишь с двух нюков, линию отпушиваешь. А, ну вот это да, кстати, это резонно. Да, в этом есть Бедро. Смысл. Ой, что творит Еджитсу, боже. Что творит Еджитсу? Варил. Ой, воспа... это сам! Это ульт в иллюзию, это... Вул, а почему Акаша взяла талант на 300 хп, а не 100 дальность атаки? Хочет пожирнее. Может,
потому что на 25-м у нее талант нарастил. Да, возможно. Все, песосочки. Да, мальчики делают. Как же он играет. Боже, как же он играет. Врачки. Да. ВК всех убил. Лайфстиллер без буйбека, и это ГГ. Наши мальчики проиграли. Обидно за мальчиков, конечно. Боролись, боролись, как львы. А это еще Best of 1? А, погоди, это уже возможно Best of 3. А, нет. Это... Топ 8, нет, Best of 1. Дальше Best of 3. Да, был Best of 3, может быть, конечно, и камбэкнули мальчики бы. Ну, так вряд ли. Так, а сейчас Еджитсу не даст ульт пятерых. А по тиммейкере. Это могло бы помочь. Ну тут 6... 40 секунд еще нет Найкса. Проблемка такая небольшая. Вообще, Operation имба. Вот, типа, нет ни, вообще ничего, а он... Да, в этом плане это вообще топовый суппорт. Кстати, обращу внимание, что 30 хп регена уже никто не берет особо на 15-м. И в этом тоже есть смысл, потому что 1 секунда перезарядка Ice Vortex это много, это 25%. Да. Не, ну... 15 хп регена это только если вот прям пушите и вот прям заканчиваете игру. Ебать, он психанул. Просто наорал на Тини зачем-то. И арена меня! А, ой, это тот самый ульт пятерых был только что. Скрин. Нет, стоп. Проверяйте. Да. Ой, жестко! И шо? Убьют, убьют, не убьют, убьют, не убьют. Играть, играть. Ать, ать. Так, ну все, Акаша взяла свой левел. Сейчас наберет себе Шиву, Октарин. Шейкер отпушивает. Кто у них отпушивает? Шейкер отпушивает. Клокверку обидно, он не отпушивает. Бейн, ой, Бейн не игрок. Акаша с трудом. Найкс без БФчика. Да, кажется, мега крипы их задушат сейчас просто. Надо срочно брать. Йол, нет. Блять-то денег нет. Шейкер есть Владмир, он все понял, как играть. Не, ну копка с своим этим подхилочем нормально отпушивает. Там еще Шадж будет играть, наверное, с кем-то. Шичло уже играет, не? Или они выиграли? Там есть. Там еще Артес есть. Найс. Я посмотрел бы, кстати, на битву КБУ против Артеса и Дред на меди 1 на 1 против Артеса. Ну, самое печальное, что он бы отхуверил меня. И всего. Я видел, как Артес на вайпере, на легкой топчет габлачка. На доме. Приятно было габлачку, конечно. Да, Кекс, мы проиграли вот этим вот правым, который сейчас проигрывают. Катики. Смотри, они сейчас закомбэчат. Тих игра. Чё там, Акаши действительно сплит пустят? А, ну смотри, она себе Майлшторм купила на перспективку. Кстати, вот эта Акаша с этим талантом, с Шивой, Майлштормом, это вообще какая-то фантастическая штука. Да, и ну, желательно на Октарином еще. А, в натуре, он... На корню просто это контрит. Блин, Operation на корню контрит очень много всего. Ему, по сути, с определенного момента можно просто стоять за 3000 ренжи от тимфайта и просто закидывать ульты какие-то хорошие, и все. Вся задача героя. Ему не нужен ни один артефакт. Зара приплывал, его устроил.
Вот это зря, по-моему, блядь, инициирует на тине, в жировике. Это все похоже на ошибку. Зря они вообще с базы вышли, сидите на базе себе. Гарантии, скрипы все придут. Как бы они прийти. Опа. Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Высоска пошла, ульта. Неплохая, отличная ульта от Шейкера. Тини, Тини уходит, Мирана настреливает. Боже, как много дамажа от Мирану. Атака на вырос Кинга, у него нет ультимативной способности. Это минус в рейскинг. Мирана. Слушайте, а Миранка-то очень сытно наваливает, я вам скажу. Да, но только она тоже жива. Но вообще они могут байбай. Байбекнулся. Зачем? Так, получается, байбек. Парни, игра продолжается? Вы это хотите сказать? Mm-hmm. Тут центряк затащил и тупость Санкинга, конечно, синициировал замес хороший. Смотри, сейчас берет Мьёльнир подруга. Да, Агаша, так у нее сейчас, сейчас он и будет. Мне кажется, при том, тут оставлять на байбек, ну, не очень много смысла. Аганима жалко, у нее нет, дело то, типа нет, но на 25 уровне Аганима. А, у нее нету? Ну да, еще 4 минуты. Блин, Кабач видит все. Кабач, сколько у тебя ММР? Кабач. Меньше, чем у тебя даже. О-о-о. Ну я помню, у тебя же побольше было. Да я там фанился на стриме. Фанился на стриме. Не, я что-то не могу играть соло матчмейкинг, в пизду его. Иногда прям нахлынывает то, что вот прям хочу, надо. Я вот сегодня начал стрим, я вообще хотел соло ММчик покатать. Но после первой же катки я понял, что все, спасибо, наигрался. Больше. Так оно и бывает. Особенно этот месяц не играл, а в доту пришел. Сейчас зайду разваливать буду. Да не, когда месяц как не играл, наоборот, интересно поиграть несколько каток, типа, ну, видишь ошибки свои, типа, очевидные, то, мол, это вот, ага, тут, ну, так, так. И особо не уделяешь внимания тому, как твои тиммейты фидят, закидывают и так далее. Ну, типа, свои косяки очевидные исправляешь. А потом, когда ты уже просто вот большинство времени вот так вот смотришь на карту, своим героем на холд позишене, и смотришь, что творят тиммейты, и все, пиздец, и дизмораль. Ну, вообще-то говоря, Андрей, как правило, они подкачиваются просто тоже. Ну, иногда этого хватает, чтобы не зайти в следующую игру. Очень любят в паблике люди подкачиваться, это прям у них понятие. Не, это прям страсть у всех подкачиваться. Да-да-да. Я-то подкачу. Так, может, еще раз солочек как-то, я не знаю. Я ж понимаю, что... Я сейчас напишу ему смс. Рано или поздно. Как бы не было бы слишком поздно. Давай, бери Мьёльнир, подруга. Ты же все сделаешь. Опа, ах, мод. Опа, закульный. Охуенно модный. Гулял, братишка. Парни Рошана убивают, а он. Так это же, да, это дефолтная, это вот стратегия защиты Рошана, когда мега-крипы у врага на базе. Не помешает исполнить. Отвлек, понимаете, да? Слушайте, а у них реально перспективка-то есть, смотрите, Клокверк себе в квикбай засунул травела, учитывая то, что ему фармить мега-хрипов перделками 2500 голды, но он верит в это. Он верит, что когда-нибудь лайны отпушатся, и он сделает ТП, и все, ГГ. Не, Аквапаша уже, я говорю, ну, Мьёльнир и Октарин. И с ней будет очень тяжело что-то сделать, этот герой становится больным. Ну, если, конечно, только ульта аппарата попадет в нее. У нее БКБ, кстати, даже не 5-секундная еще. Хорошо сидят на базе, друзья. Найкса очень маленькая скорость атаки. Очень маленькая. Хотел бы атаковать быстро, но он не может. Каша. Так как же она регенится, боже. Да, я просто, пожалуй, за кашей буду смотреть. Мне нравится, как Миранка стреляет. Схуни вообще. В печеньке? Да. В какие печеньки? О чем ты? Фанов почти имеет. В эти, Ликер Хирос? Не, ну... О, да, забил да. Уже. Этой игры хватает на неделю. На две, на три, ладно, может. Ну, чё, ладно, смотри, Миранка сейчас соляна упадёт, зададайте. Почуять силу и...
Нет, она пошла подкачиваться. Ой, знаю. Что-то, может, какой-то талант крутой есть. Что-то на тени. Спасибо большое. О, я даже не знал, что в Рассказе такой талант существует. Он типа стан вокруг себя. Да. Да. Они типа, по-моему, то ли медленнее летят, то ли меньше урона, но по-моему медленнее летят, так ты знаешь. Слушайте, нет. Ну, к большому сожалению, команды The Dire все-таки Radiant'ы быстрее фермят. Но не намного, с другой стороны. Денег за крипов дают. Я уже жду, короче, как Акаша пытается на нее напасть, отнимают 2100 жизней. Она успевает прожать БКБ ульту. Скрип. Фул КП. Опа! Ну так не выглядит замес точно никак без аппарата. Жесткая драка пошла! На! Не, ну почему они могут? Другой вопрос, что у них сейчас уже скоро трон упадет, вот прям скоро. Ой-ой-ой. Поймали Миран. Да, их, трон. Их трон осталось жить примерно 10 секунд. Вот они пошли эти 10 секунд. Па. А нет! Ну, они успели вернуться. Ну, Миран доест его сейчас уже. Там еще Аегис в ГГ. Эх, мальчики. Боролись. GG. Да, хорошая игра. Боролись. Так, кстати, срочно открыть прошлую игру и посмотреть статистику по демеджу. Это очень важно. 41900. Вот это я понимаю, инвокер. И там. Вшух. Ребята, что будет после еще двух игр на инвокере? Я же, получается, всех выиграю. Получается так. О, М19 против Шмель. Вот это хорошая игра. Ну а пока, дорогие друзья, будет хорошая трехминутная рекламная пауза. Парка Пдра, Миракл, Кайкаскадос, Артлир, Брейвхарт, Бэтрайдер. Спасибо большое вам, ребят, за поддержку канала. Че Леха говорит, когда он придет? Или он не придет? Я не знаю. Сидим, хуйней страдаем. Вообще, Годхант комментирует эту игру. Может, ему надоест комментировать? Мы пойдем в дотку. Ленин Габан не дает играть вчетвером. Лёха, да я не знаю. Лёха, чё-то... Ну, у нас... Да, нет друзей, блядь. Ладно, го инвайтить кого-нибудь. Хотя я бы, честно говоря, посмотрел бы хотя бы начало этой игры. Давайте, парни, минут 10-15. Посмотрим. Ну, мы уже писали 10-15. Чё-то... Это другая игра. Там вообще пикают. Точно! К тому же Лёха пишет, я попозже буду еще, так что можно смело посмотреть еще. Отлично. Ну нет, в смысле, его ждать не обязательно, просто давайте... Ну, надо найти кого-то тогда, блядь. Просто я говорю, я бы с большим кайфом посмотрел бы минут 10 этой игры. О, не знаю, у меня есть в друзьях парень с ником Чародей Андрей. Нормально сидим, анализируем, так сказать. Ладно, дальше буду КС смотреть. Да надо, ну, поищите друзей, кто-то же есть, наверное. Давайте попробуем в чате поискать друзей. Ищу друга, Андрей, 26 лет. Этот есть. Санта вон. Ой. Санта? Где он? Да. Я предложил пригласить. Приглашено. Он вроде комментирует. Не, он принял. Ну давайте смотреть дальше. В пизду не хочу играть, блядь.
сами нажимать поиск свой сраный. А у всех есть компендлумы? А чё? У меня нет. Боевой рейтинг? Или есть? А, есть у меня. Блять, придется играть, походу. Ладно, сука. На инвокере буду бахать тогда. Давай. Тетки Герыч. Алина, 23 года, грудь 3-го размера. Вот хороший друг. Это куда обращаться? О! Блин, нам реально нужно как-то связаться с агентом. С каким агентом все тебе нужно связаться? Точнее, не с агентом, а с легионером. Менеджер не отрабатывает вообще твои деньги. Это правда. Опа, украли квапу. Опка, такой герой. О! Оп, игрулечка. Патка приехала. Санту, может, надо сюда как-то позвать? Он вроде знает тропинки. Качественно, качественно. Сейчас быстренько подрандомлю, курить пойду. Сырник. Хиромай тут пишет, что есть инфа, что нас, возможно, вчера снайпили, и StarLadder стримил без задержки. Ага! Понятненько, понятненько. Срочно и дисбанд. Не, ну такая менеджер должен. Я думаю, есть, конечно. Ну, блин, это издержки стримов. Что сделаешь? Ну, типа, конечно, ну, если кто-то стримил без задержки, это крайний зашквар. Потому что, естественно, на онлайн-квалификациях кто-то да будет стрим снайпить, тот, кто проходит там в топ-8 или, возможно, даже в квалы проходит. Так и самое смешное на прошлых... О! Санта будет играть на нем? Думаю, что нет. Прости. Что на прошлых квалах дисквалификацию-то кто-то получил. Кто-то получил так дисквалификацию, я тоже слышал об этом. Да, она была одна команда. Арсарт Дота на темпларке. У нас дерьмопик. Это правда. Алло, здорово. Привет. Здорово. Че, меня слышно? Нет. Нет, ты прешь, меня слышно. Так, 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 тут это, мы пикаем, да? А почему Андрей не зарандомил? Он учится. Он учится играть на блокере? Да. Андрей же 23 года в доте, он должен все уметь. О, на Акаша. О, это линия Акаша плюс андайнг на сложный. Угу. Окерный театр. Нормально, Тима. Они проплывают. Может, что кого-нибудь цепанем? Так еще, это еще санстрайки туда летят? Жесть. Здорово, Сантеевич. Санстрайки у нас летят вообще во все стороны, как бы. Только секундочку, нужен же станер какой-нибудь. Станер? А, кстати, да, у нас со станами травма. Но у нас зато столько замедлений, станы не понадобятся. Да, возможно. Он стунист.
какой-то. Я смотрел сегодня квал на Инт, и там играл Ахмона Тини на сложной линии. Только что на него... мы видели это. Видели, да? На него бычит Гуль, а он его просто выкидывает в помойку. Это жестко. Мне сказали, что когда он играл за Нави, он все время так делал. Мне интересно, как это произошло. Вот берут человека в Нави, и он говорит: ребят, моя сигнатурка это Тини. Я мид разваливаю вообще, пипец. У нас слот только на хардлайне. А может что-нибудь придумаем? Придумаем. И ну, вот уже Тини на сложной. Типа того, наверное. Ну вообще, Ахмо странный чел. Я помню, играли с ним на лиге. И такая ситуация была, что ему выпал саппорт. Ну как бы либо лига это не матчмейкинг, там ливнуть нельзя, собственно говоря. И он реально орал и рейджил с того, что он не умеет, блять, пулить крипов. Реально просто не может отвести крипов, он не умеет этого делать, в принципе. Так как ты не умеешь то есть... ездить на переднем сиденье машин, Андрей. Ну да. В смысле, рядом с водителем? Да, я реально не умею этого делать. Андрей говорит, я не умею этим. Сядьте вперед. Это правда чистейшая. Я люблю сзади ездить. Но мне говорят, хуль ты как мудак сзади едешь. И Андрей говорит, что любит сзади ездить и... Ну типа, сзади так. Ездят всякие эти, ну папики, которых куда-то возят. И когда, допустим, два человека ездят, один спереди, другой сзади, кажется, что один другого везет. Вообще не очень. Папики возят. Ну я всегда сзади езжу. Ну ты папик. Даже если, ну не, я тоже но заказываешь такси. Ну блин, мне кажется, таксистам просто. Тоже от этого, это самое, норм. Потому что, типа, если, мол... садишься на переднее сиденье, то вроде как там типа и диалог какой-то нужно вести, там что-то такое. Мне кажется, это ему тоже так насрать, бля. Не, ну есть все равно таксисты, которые реально хотят болтать. Я не знаю, они, ты садишься к ним, они начинают болтать с тобой. Ты не хочешь, типа ты вроде в наушниках сидишь, а ему пофиг, он тебе что-то через наушники говорит. Скучно. О, смотри. Ой! Это что за грязь? Так, enemy! Enemy spotted! Но я это так, я не беру тайгер, кидаю в тусик, да. Держись, он замедлен. Сейчас, сейчас они все умрут. Это наш. И цемку. Цемку, цемку. Жестко. Давай, давай. Ну ладно, застрой! Бля, промах кулаком. Сейчас, 4 секунды до тайгера. Или так убьем? Да, да. А так убьем. В этого тайгера. И съедай, хорошо. Будем дольше. Есть турбофеном? Ладно, пусть идет, пусть идет. Надо, чтобы кто-то рассказать, чем мы тут занимаемся. Парни, 28 сил, я хочу. Промах санстрайка, это. Андрюх Риус, Андрюх Риус. Что ты с ним делаешь, Ярик? Андрюх, Андрюх, будешь еще санстрайк, смотри. Нет, извини. А, ладно, я понял. А, вот эти вот casual 32 силы, да? Да я что-то не думал, что он затыкает. Так умрет, но он умер. Сколько? Все, короче, я на андрейнке буду играть только теперь. Парень герой. Как этот, Сёма. Как его? Сёма год? По-моему, он играет только на андрейнке. Ну да, Сёма за слэйр. По-моему, он только на андайнге играет. Играет и на всех неплохо, очень даже у него получается. Блин, крутой у меня рандом. Тебе это тоже нравится? Когда-то давно он играл только на андайнге. О, они теперь здесь триплой, но им бафли, они умирают. Они мертвые. Угу. Тима. Что я надал? Так, а есть что-то? Битьков. Мертвый. Всем так, Мейден тоже моя, я очень быстрый. А, там еще один был. Тусик убьем. Давай, может быть, силой. Ладно. Как же вы ебошите? Как так получается? Да получается. Я курю свою Зоси. Как мы их так ебашим? Ну, нет, если нет, что, получается. В свое время были такие Fnatic, команда Fnatic, помнишь? Там, где на Тейл играл. Вот, они пришли из Хона, и у них были свои стратегии, ну, такие непонятные. И вообще, у них была вот эта стратегия, именно Queen of Pain Undying сложный, и она там развалилась. Вообще, они ходили в сложную Undying плюс Темпларка вначале, но... Парни, по-моему, кстати, не СФ пиздит на миде пока что. Говоря о безумных стратегиях, помнишь, как ставили Бурду Тинкера на легкую? Да, да, да. Это был пиздец. Как это, Лоуда придумал, по-моему, в Китае? Не, этот, Пушер Стрит или кто-то. Да, Мизери. Короче, там у них был друг. Какой-то. По-моему, это был Pusher Street, нет? Нет, в Китае тогда не было его. Там был Даки. Андрей, Андрей, у тебя есть Sunstrike? Mm-mm.
Наверх пришли, ребят. Майдан абсолютно неадекватно. Андрей, о, у него ДТ. Хотя... Блять, а можно курицу как-то использовать? Будет у тебя что-нибудь, Андрей, в него? Да, будет. Трезор, Андрю. Там еще тускар на тебя бежит. А у меня все. Ну у меня, блядь, скорость 280, я не могу себе ботинок принести. А почему их тут 500 человек? Снизу, ну, мне нравится. Я победил его. Красиво. Кажется, я тоже все. Можно сапнуть с линии? Да, да, да. Чего их там так много-то? Я если где-то много людей, я туда иду и их разваливаю. Чирок, вниз летишь, да? Да? Давай, давай. Нет. Ха-ха, давно не виделись. Вниз, вниз. А все, он улетает! Он понял, что здесь не стоять. Вот уходит, на эту... Андрей, уходит. У меня второй дагер. Пафли, он умер. Короче, блядь, кто наверх там нес себе ебаную курицу с... Пидоры. Я сказал курицу, да. Ну, блядь, как ты можешь взять курицу, когда у меня даже ботинка нет? Сорян. Ты медленно фармишь, значит. А, Андэнг, 4-й левел. Здравствуйте. А надо каким быть? Он пьет. Андрей, я буду в спину выходить. Будем его килл? Будем. Будет там? Я на взводе. Стоп от крэпа. Так, так, не, так могу не убить. Так-то. Андрюх, их много. Чё за помани, блядь? Ну почему так все дорого? Это пизда. Где Андрюх? Беги! Не выбежать. Ориген, ты не добежал до регена. Не добежал до регена, сук. Ну что ты этого не говорил? Так ещё обиднее. Да. О, Свен, а чё он такой битый? Блин, не, опять 11-й на линии. Андрюха! Андрюхич! Видели ник Свена? Он выебывается. Что ж, мы его убиваем. Да я вот пиздил. Это я был. Это я. Я Андрей. Андрей, будет еще санстрайк? Смотри, Андрей, будет санстрайк? Вот так вот будет. Смотри, смотри. Видишь, Мэйден? Я ее преследую, а ты убиваешь. Это я, инвокер Андрей. Сверху Свена шейкер. Так, уже на ТП КД. Инвокер Андрей! Будь бодрей! Инвокер Андрей! Инвокер Андрей! Ты молодец! Будь бодрей! Инвокер Андрей! Я так сейчас смешно умер. Я это все видел. Видел, да? Это было забавно. Я думал, я сейчас еще и шейкера убью. Переоценил свои возможности. Че? Я думал, они вообще вареные. Нифига. Они сами сварят, кого хочешь. Пойдем, пойдем за ним. Пойдем? Давай, да. Там еще этот. А, они хотят тебя. Я подлечу тебя. Подлечу, подлечу. По-моему, я подлечил их. Что за... Каких петухи в виде? Везде петухи. Ошибочка была. Я бы так убил. Ты типа не меня хильнул? Ковать здоровьем. Что? Ты не меня хильнул? Да, походу. Не. Я походу подымажил. Ну-ка, в атаку пошел. Кровь в глазах, сам понимаешь. Ну да, 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 да. Викинговая. Дед викинговая викинг. Улица. Да. У меня мой батя все время говорит, что... Смотри. А чё они хотят от говорит, что русские, у них есть корни викингов. Андрей, берём? У тебя есть фишки? У Ярослава есть фишки. Андрёх, Андрёх, будешь санстрайк? Как его? Ты видел, как его будет, раздевал? Будет, куда хотя тебе тут пока. Пойдём попьём водички, слышишь? Подожди, подожди. Давай я вот так вот сделаю сейчас и пойдём попьём водички. Андрюха! Да, я сейчас буду, парни. Так, один есть. Да, да, иду, иду, иду. Я целился. Я проиграл в эту битву. Блин, я был близок, Ярослав, согласись. Реально был близок.
Жаль, промахнулся. Жаль, все-таки ретард на инвокере играет. Ну, ничего страшного. Сейчас убьем его. Я этого не говорю. Давай, я готов. Мне нравилось, как ты играешь. Так, а я... Нет, я... у меня основная эта самая игра начинается, когда магии появляются. Одной мне тяжело играть. Конечно. Я наверх схожу. На магии это... Сов что-то знает, возможно, у них вижен. Нет? Нет, вполне вероятно. Ладно, ладно, это я просто мысли вслух. Сверху не бьем, да? Может, его в соло? Не, у меня маны. Тут трое снизу. Я готов их всех убить. Ой. Опа, кажется, так. Инвокер Андрей нужен помощь на топ. Бам! Инвокер Андрей! Я даже ничего не сказал, как ты узнал? Я прочитал тебя, это давний тимплей наш. До сих пор еще немножко работает. Связь вот эта вот, да? Сквозь года. Арсарт Дота! Ту-ту-ту-ту-ту! Бэнг, бэнг, бэнг! Инвокер Андрей снизу! Есть! Можно что-то сделать. Так, где враг? Слежу, вот идет. Смотри, смотри, смотри. Инвокер Андрей! Инвокер Андрей, он, блядь, не двигается вообще. Инвокер Андрей! Инвокер Андрей! Так, как там делают? Вот так вот, вот так вот. Так вот, блядь, поехали. Только сейчас приду, я буду килы чего делать. Ой! Беги, брати... Братка! Братка! Ого! Жёстко. Инвокер Андрей! Ой! Он прям в три ствола меня! А тут шейкер! Батимейкер! Даже откуда, суки? Там смог тут же ушли. Смог зажали, инвокер Андрей. Понял, инвокер Андрей чувствует тайминги. Беги, беги, инвокер Андрей! Инвокер Андрей. Пак, сейчас сдохнешь, что ли? 8-920. Бордит смоки. Вот они, вот они, вот они, вот они, инвокер Андрей! Центрового вместе, что за хуйня? Так, пойдем их месить за них, эту походу, здесь. А чё они, а чё они? А ну-ка, ну-ка давай сюда его, блядь. Эй, ты, ёбан! Чё ты там, ультишь? Мидера на мидера вот этот размен? Хорошо. Да. А вы сейчас не сдохнете все? А можно мы рядом убьём сейчас все? Да следующий. Опа. О, шейкер. А чё, будет подкрепа? Да ты сейчас сам убьёшь, нет? Тамбу ставь, тамбу, 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 давай, 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 давай. Ех. Там баба умерла даже. Надо было бежать после сефа. Так, а я бы это дал бы магию свою. Так, блокер. Ова! Только, блядь, мощно нету. Просели после его прокаста. На миде ошибается, по-моему. Сейчас тыпнусь, возьму инвиз и на мид. Ладно, мне нужно шиву купить в этой игре. О, сколько осталось? Так вот, внизу можно парня килл. Да, снизу вообще. Ошибка природы. Ладюлька. Зокер Андрей, сейчас иди за низом. Слежу, следю. Ну да, я вряд ли убью. Прокаст. Так, куда он? А. Стой, подожди. Подожди, подожди, подожди. Он сейчас фармить пройдет. А он дабл делает. Чётко! Хорошая работа, парни. Хорошо работай, инвокер Андрей. Спасибо большое. Блин, сейчас тускар Геннадий на меня будет залетать, наверное. Там все в топе. Прям вообще все? Так тогда инвокер Андрей сейчас будет обрабатывать врага. Давай, инвокер Андрей. Работай по этой вышке, но сейчас, скорее всего, на тебя нападут слева. Все, я обработал. О, тут Свен. Может, Свена поработаем? О, они сверху, сверху. Вообще все. Я троен. Я на подходе. Ух ты, а вот это... Эго Слэм! Тоже лечу с льты. Да они задроты! Что Блейд у... Не говори, согласен.
Ой-ой-ой. Наорала баба. Электрик. Он реально шадоблейд? Да, 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 это шутка. Срочно блин делать. Срочный блин! Ха! Надо было выше бежать. А, инвокер Андрей, если бы следил бы с санстрайком, мог бы дать. Покер, ну Андрей. Снизу сладенький. Опять идет. Фармить. Ставь какой-то бущенный. Андрей, ты с ним кач? Ну там они на миде такой 4 плой стояли постоянно. Вот уёбки. Офига себе даст. Беги, беги, Андрей. Где инвокер Андрей? А где команда инвокер Андрея? Ну почему? Тема раки. Не, кстати, Андрей, ты не растерялся? На развороте еще какой-то спел дал? Естественно. Это круто. Пойдем, пойдем. Я бы заплакал, начал бы маму звать, а ты вон а как. Хватит ваш Shadow Blade. У них куча станов, они сейчас будут давать станы у нас. Вот так. С лицом. Опа, фиссурина. Так все, ебашьте их, ебашьте, ебашьте. Чё ты там кастуешь, Дегрот? Пройти не дают. Ой-ой-ой! Инвокер Андрей! Инвокер Андрей не всегда работает, смотри, парни. Так, как пройти, блядь, здесь? Нет! Глупый Свен. Какая-то глупый Свен. Сереги в траблы. Большие траблы. Свен, глупый Свен. Темку могу купить, Андрей, нет? Кулаком могучим. Уже беги. Какая-то битва без начала и конца. Главное, что инвокер Андрей в этой битве был. Там этот парень идет за моей баунти-руной. Ну что он не фармит, дерется. Короче, я знаю, как играют эти Shadow Fiendesis, придет в лес, попробует убить инвокера Андрея, а тут я уже синтрой. Неплохо. Как такой поворот? Жестко. По-моему, они только по тимплею работают, все в соло не бегает. Да. А сейчас наверху. Да, сейчас наверху души набивает. Инвокер Андрей, следи за ситуацией. Инвокер Андрей! Это я. Следующего, следующего, сука! Сука, всех убей! Там шрайн. Опа. О! Вардик. Лёва. Оп. Оп. Сейчас. Ну сейчас сверху мисс сейчас пойдет за кем-то. Ну где враги-то вообще? Да-да-да, я боюсь. Мы снизу келяли их. Не, вон нас всё. Идёт, идёт. Шейкер каска деды. Домашний. Домашний, домашний шейкер. Знаете, как зовут этого инвокера? Инвокер Андрей. Только погоди, не знаешь шрайн, я иду. Хорошо. Я немного забыл, как зовут, но тут собачка здорово напел. Я вспомнил. То это инвокер Андрей. Сын больной. Кажется, сейчас там придут. Можно, наверное, и от. Все, он битый. Ну да, за наш. Что как у нас вкатываются 5 на. Ать, уч, ач. Опа. Да. На миде, у меня арчит есть. Погнали. Давай. Надо было кинуть под санстрайк. Конечно. Андрей так и хотел, да? Я думал, вы поняли, парня. Ну да, да, да. Ну нам надо немного сработаться. Чуть-чуть. Ну да. Чуть-чуть, да. И вот эта вот тычка на 300. Шейкер с дагером там и с вейлом почти. Эх, это палево было.
Могу на него прыгнуть, но... Нет, нет. Уйдем, может, идем? Зароте надо за тебя драться. У меня есть тюль, блин, знает. Крыса. Как можешь, что крысить? Свен. Блокер Андрей! Работаем, работаем по Свену. Блокер Андрей. Ему опять все не так. Ой-ой-ой, как больно. Немного не получилось. Но инвокер... Блять, инвокер Андрей не то наколдовал, поэтому придется бить тавр рукой изо всех сил. Так а чё? Вообще ничего. Ой-ой-ой. Да. Чё-то я зря туда пошёл. И надо! Инвокер Андрей! Кстати, Андрей, что у тебя, аганим есть? А ты умеешь с аганимом проказ давать? Я, конечно. Давать-то. Это же инвокер Андрей. Инвокер Андрей, такое дерьмо вообще, как от зубов отскакивает у меня у инвокера Андрея. Окей. Okay. У меня просто инвокер — это темный лес. Я думал, что мы с тобой, Андрей, на одном автобусе едем в этом плане. Не-не-не, я пересел тут сегодня на это. Пересел, да. На такси. И поехал. А ты только сегодня начал учиться на нем играть? Да. На переднее сиденье? Так, это вторая моя катка. Ты же для первого дня вообще ебошишь. Я очень сильно ебошу. Это правда. Сыграл больше от... Да, Андрей когда-то много играл на инвокера. Помню. Руки помнят. Это было очень давно. Ну да. Если они сейчас сломают этот вар, то я не хочу больше ставить. Надо килл. Надо килл нижнего. Нас видят, тут где-то вар поставил Мейден. Ну ты крыса, надо видеть. Нижний тавер пойдем. Саня, нижний тавер просто 27 хп. Я нажал на него райт-клик, если что. Я, кстати, тоже готов по этот поебуриться немного. Давай, 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 давай. Да! Давай, давай. Давай, давай, сила трех. Мы сможем. Сейчас СФ меня просто разорвет, мне кажется, что Блейда. Сила трех? Да. Так, парни, что, мы их ебурим? Да, вот, пойдем. Как собак? СФ. СФ. Без БКБшечки, парень. Ой, ну. Так, он ой, ваш. Ой, инвокера! Ой, ой. Как же зовут этого инвокера? Андрей! Андрей! Не Андрей, а инвокер Андрей. Инвокер Андрей, все верно. Тебя здесь видит. Там инвокер Тускар какой-то играет, тоже хорошо сыграл. Очень хорошо. Бабки на всех линиях. Инвокер Андрей, срочно. Я иду на центральный коридор. Я чур вверх. Точно? Если Рубик Виталик позволит. О, я тоже подхожу. Я получил станчик. Тусик. Куда ты идёт? Куда он идёт нахер? Чё, хер? Понял. На мидл он идёт. Треть. Мама дорогая. Шейкер. Арчит на массовке. Батимейкер. Кура. Куру убил. О, ой, смотри. Все. Инвокер Тускар. Okay. Давай, у меня здесь... Где он? Вон. Смотри. А, вон он. Глиммере или чё? Блин, он там сейчас появится. Вот он. Давай, гони его. Нет, опа! Нет, ну чё? Просто рот ладошкой закрыл. А это он зачем тебя застанил? Захотелось. Пойдём на Шейн? О, давай. Ярик, ты пойдёшь? Да. Левану на реку немного. Ты зеленый сделал? Ой. Я говорю, плеванул на реку. Надо. Не, арчит выжил.
Я хотел ему рот заткнуть, Арчит выложен. Чуть, как вы выкладываете, шмотки на землю или в инвентарь? Когда как говорю? Ну да. Так. Иногда так. А, Андрей, ты тут? Инвокер, Андрей. Я попросил бы звание мое. Звание забыл. А что идет перед инвокером? Рубик? Возможно. А инвокер вообще круче Рубика по лору? Ну да, там не, там не говорит. Там говорится, что они оба охуенные, но кто сильнее, непонятно. Не, Рубик короче, типа инвокер просто ну, ботаник был, а Рубик он типа супер маг. Блин, он же может любой скилл. Его батя аганим. Его батя аганим. Вот именно. Батя аганим, алё. Алё! Кто круче-то? Да, а типа инвокер он просто этот, ну, ботаник такой, знаешь, школьный, дефолтный. Ботанидзе. Нормальный такой ботаник. Че, ботаники немного по-другому выглядят. Ботаник может в клуб пойти. Там звездой. О, у Сереги дозоли есть, можно Рошан пойти. Ботаник Андрей. Там это... О, смотри, смотри, они катятся. Крипсингом. Так что, пойдем, может, Рошана реально вжарить? Можно. О, тут смотрите, что надо сломать. Сломаете? Инвокер Андрей. Надо. Там уже ломают. Да. Так это получается, нас видит враг? Не, просто на бог кто-то заходить, это плохо. Да, я пошел топ пока подпушу, я здесь еще приду к вам. Ну, а мы без тебя будем Рошана бить? Не, мы не будем. Так вы же не будете вообще его бить. Зачем? Докер Андрей, главное фаржей посылай еще на сплит. Там с дезолем и с твоими пиздюками его убьем просто в секунду. Пока просто развлекаем их, развлекаем. Разминаем. Инвокер Андрей-то на сплите, вот можно парня убить. А он без тайгера. Да, там двойная атака. Саблю себе купил. Псих. Вокер Андрей, давай, у тебя есть терволайн, Вокер Андрей? Да. Можешь вниз сделать ТП, пускай они думают, что им делать. Хорошо. Майнгейм, что ли? Да, это да, что сделай. За человек? Аккуратней, аккуратней. Они что? Не, это плохая они идея. Все еще думают, что им делать? Конечно, они все еще тут, но либо не надо было это делать. У нас бы инвокер Андрей допушил бы вниз, им бы пришлось уходить, и все. Потом бы мы что-то делали. Это была бы правда. Тускар был слишком сладок, не мог ничего своего поделать. Там инвокер Андрей, а не рошанец. Инвокер Андрей. Куэритик зорт из ноздрей. Инвокер Андрея, сан страйком своим, вам даст пиздюлей. Это чистейшая правда, спасибо за поддержку. Кто взял Икс? Сэф. Сэф. Прикольно, вот. Кают, типа, кривов. А, ну они стакают и не понимают, в чем дело. Да, но они сенты тут поставили. Пирались. Найти него не могут. Фишки в прямом эфире. Чтобы найти, надо проесть дерево? Да нет. Просто надо там вард. О, здорово. Но он с ДДшкой. Нет, плохая идея. Реально так себе идея. А, нет, они все, они рассекретили его. Да не стрим снайп. В общем-то он свое Найп. Сделал этот бат. Опять стоял. Короче, у меня линки, надо буду сплитить. Че, парни, будем их трахать? Смотри, давай-то поверху и по низу, что-нибудь типа того. Ну и мозг поебать, пока Игис не закончится. Парни, время разъебывать.
Они же могли ко мне пойти. Нет. Вот, они душат темпларку. Я предлагаю по-прежнему разъебывать. Правда, СФ с БКБ. А вот это что, захуевший? Можешь убить? А, тут еще таск. Он на ПК, что ли, или что? Давай тут дальше. Мало, мало. Да? А, дальше тут. Давай дальше. О, блин, сэвис план тут, конечно, конечно, один. Хотя, с другой стороны. Слабак. Файн бьет свой. Эх, жалко. Ой. Блин, Ярик, как же ты? Я все, оставь меня. Нет. Брось меня, солдат. Инвокер Андрей. Работает на сплите. Инвокер Андрей, как же ты эту игру разматываешь? Противник не может понять вообще, что происходит. Блин, смотри, как что фаржи твои сделали с Тавром. Да, это мои ребята. Конно? Инвокер Андрей, а почему ты не разговариваешь? Ты слишком сосредоточен? А, блядь. Я нет, микрофон. Разговариваю, я как обычно. Так, Инвокер Андрей в замешательстве, на самом деле. Октарин или... БКБ? Блинкин. Да не, Блинкин, ну зачем мне? Вард идет не ставить. Тогда БКБ. Пока что инвокер Андрей вам не помощник. Но я иду. Очень жестко добавляю. О, нет. Надо пимищ. И Ирс Шейкеру. На развороте будем их убивать? Да, я подхожу уже. Но они пока на томбу отвлеклись. Там Аегис все еще. Под замедлением. Эй! Да нет, так драться с ними это глупый маневр. Давай отвлекаться. Пока вы на сефе. Инвокер Андрей в этом замесе неправильно все сделал. Я не попал в торнадо. Надо было тебя, Андрей, наверх, а мне нисом давить и. Да вообще не надо было драться, убили, ушли. Походу так и будем делать. Тут все началось с этой драки на Рошань, там уже не надо было драться. Врагов. Да. Пик на драчку-то, а мы это нет. Пол стана на команду. Да, инвокеру Андрею некомфортно драться в таких условиях. Сзади. Кажется, у нас сейчас может пропасть база. Может, да. Но это такое. Одна из трех. Не, все. Слушайте, так это финал интернешнл. Смотрите, как они командно действуют. Да, не смог нажали, уже вниз улетел типа. СФ. Ага, попался инвокер Андрей. Так, я сейчас тоже подъеду к вам. Я попался. А, бля, что-то. А яйца повешены к врагу. Так, атрибутики пошли. Магии там. Бокер Андрей слева. Да, очень сладкая вышка. Цемка. Цемка с неуязвимостью. Лисов не свет. Инвиз снизу. Таск инвиз забрал. Наш лес идет. А есть центря? Ой! Это мой друг Инвокер Андрей! Это я! Инвокер Андрей! О, 35% получаем, ему опыту дают. Все, я пошел. Пошел получать. Хорошие таланты. Кстати, что Андайнку дали вместо Реса на первом? 15 хп регена? 10-м, это круто. Это круто, я знаю. Если ты соломит Андайнк.
непонятный какой-то пуш стратегии. Надо так придумать теперь, что это за пуш стратегия такая. Ну, типа триплана сложную с андаймингом в кэрри. Что-то типа того. Старый добрый. Да не, он тут именно пушит. Типа, чтоб ты такой подходишь, знаешь, доминатор из разряда в команде там, хадрес какая-то. И вы такие заходите на рампу, и у андайнга просто 40 кп регена в секунду. Его бьют, и все вот эти таланты взяли на реген, да? Их прям по ходу файта не могут убить, они чувствуют этот реген. Потом бриз, БВ, как? Мы тут играли в паблике, если что, понял, что пакетных каких-то ребят. Но мы купили просто доминатор, взяли сатиры, хедреску, и там реально очень тяжело убить. Если они кидают какие-то скиллы, а у тебя там за 5 секунд 100 хп отрегенивается. Да есть нету бурста. Это вообще четко. Вот тут какой-нибудь Свен тебе дает крит на 1000, если тебе нету регена. Ну так это же, говорю, разговор о том, что это на ранней стадии. Устрою. У меня там КБ-100 голды, я не буду драться. Андрей, если ты что-то говоришь, тебя не слышно. Не, я молчу, сейчас потею. Просто инвокер. А вот сейчас потею. Нормально. Смотри, сирени пытаются пролезть к моей... Не могут это сделать, тратят время. И все ради чего. Тут поломать. Они хотят дамбу сломать, что ты спрятал? Они ее уже сломали. Парни, го разъебывать врага. 5 секунд. Не особо может, там сентря возможно. Так, там не все, там не все. Ой, инвокер я Андрей. Инвокер Андрей! Мам дорогая! Что тут? У тебя Свен заезжает из дома. Где ты Сепщик? Бегает. Надо. Он Свенчик. Тут где-то СФ. Вон СФ. Вон СФ. Ну, кстати, его надо киллыч, он жаден. Такой простой. Кто такой по ГБ бежать? Там Шейкер. А где ему дело? Вон он. Да ладно! Как его зовут, вы говорите? Инвокер Андрей. Инвокер Андрей. Ты все время забываю. Кто-то лютейший. Андрей, как ты знал, что он будет там? Как ты его ветра поднял? Вообще-то я на рандомчик закинул. Блин, ты должен был сказать что-то покруче. Наверное, да. С этим надо поработать. Знаете, где крипы оказались? Как, блин, они там оказались? О, лазутчики. Как они там оказались? Послушай, они глиф погадили. Пойдем дальше. Время есть немного. У меня ман не особо сейчас. Курица! Инвокер Андрей, курицу убей! Инвокер Андрей, там же реген на тоже был. Да? Ты не взял. Да. Вон и Сереги траблы снизу. Нифига себе, да. Тосик ТПшится. Какие траблы. Надо было не снести. Теперь у меня трабл. Ну, вообще-то говоря, я не знаю, зачем все улетели. До сих пор два героя, два саппорта, мы бы сейчас... Ну, здесь как бы я таур забрал, и все. Инвокер Андрей куда-то быть. Улетел. 24-й да, Инвокер Андрей заебал, что на алхимике, что на Инвокер Андрее. Да он подкачиваться любит! Так дайте ему спектру! Инвокер спектра! Я тебя буду инвокер теперь называть. Как бы Андрей — это название героя твоего. Сейчас бы убили еще двух саппортов, и все, потом бы на конвейер пустили их. Ух ты ж, ёб твою мать. Я не знаю, я пошел сдохну, но мне поебать. Ебать, что это? Вот это заберите, шрайн. Таура нет. С БКБ инвокер. Ну, там сейчас обычный. Они могут... Могут оборонять. Тебе 25 уровень нужен срочно получить. Они уже там обороняют. У меня сверху. О, это что такое снизу? Что за пиздец? Все сверху, можешь вниз ставить, да, Андрей? Фейс-чекинг. Пока на фейс, сука. Он кидает просто скиллы во все стороны. Там цемка была. Я понял. Ну как ты вот этот торнадо тут нами через сюда. Гон на топе сейчас премиум, они сейчас будут телепортироваться. Пауза. Пауза. Это еще одно заклинание инвокера?
на это как-то не справится. Надо его подцепить. Он сейчас, мне кажется, в лотарчике может попробовать сюда куда-то пойти. Может попробовать. Чир, поставь ловушку на Рошана. Да, так, враг, нужен враг. Думаешь, он там один? Да. Вот он, наш. После порта. Там Андрея снизу много, сверху один. Ты с Андреем ты гоняешь, жалко, никого не убьешь. Уйди только, сейчас на блинке. Пойдем уж Рошана пока попробуем убить. Можно. Вокер Андрей. Бля, чё нажал? Я смотрел, погиб. Как происходила битва, они нечестно играют. Их было четверо, Андрей один, блядь. По одному, все было совсем по-другому. Я не уверен, что Андрей в соло сфок ведет. Да ладно. То есть мы, конечно, убьем, но, блин, они придут. Но они же не знают ничего. Барт стоит вот здесь. Блин, не знает, говорит, ничего. Че, как сказать? Только быстро. Блин, а на зомби можно телепортироваться, если что? Кликни, Серега. Я сыр взял. Я взял, взял. Мы же уходим отсюда, правильно? Беремся. Нет. Под ген. Все, парни, уже никто не ходит. Я улетел. Шо? Ты двокер Андрей! Меня он с удара срубил. Всем здорово. Андрей, ты там ебашишь? Рэмпидж? Все уже? Да. Закончили упражнение. У меня БКБ. Бля, я думал, когда ж ты ворвешься? Когда ж ты ворвешься? А ты мертв уже. Да я... Да, я еще и БКБ. Порвался. Сейчас. И умер. Так а мы, кстати, проиграли, походу. Они нас сейчас базу сломают. Да. Да. Это я что, на инвокере, получается, проиграл, что ли? Невероятная история. Значит, нужен будет еще один инвокер. Я не верю в это, Андрей. Возможно, это... Да не. Пранк какой-то. Пранк, да. Оператор показывает камеру. Скажет, что играет и не считается. А сыр у кого был? У меня был сам. Как мы будем их? В принципе, у меня есть блокинг бар. Я вызвал, ага. Смотри, мы их гоним пока. Впервые момент. Ой! Бен, Андрей. Бэк. Сильные. Андрей, один против девяти. Ну, они третью не сломают. Так что нормально. Сломает трон. Вот это ненормально. Парни, сейчас вылуплюсь им пизда. Давай, Андрей. Они реально пока не понимают, что им трон нужно ломать, или они погибли. А, не, вроде понимают. Да-да-да, Ярослав, больше времени, больше спейса. Чуть-чуть, можно больше? Я тяну, тяну. Так, Андрей, я к ним тоже в спину захожу. Кого фокусим? Саня, работаем. Давай сразу. Да всех, блядь, сразу. Давай, инвокер Андрей! Трон скоро упадет, инвокер Андрей! Ну что, что-то делать? Инвокер Андрей! Сделай что-нибудь, инвокер Андрей! Андрюха! Да у них еще и вижен есть, так нечестно. Вообще нечестно. А, это поражение, парни. Я не верил, что это возможно. Но вы проиграли? Кажется, стоит двумя руками играть, когда Андрей на инвокере. Всякое может быть. Всякое может случиться. Я не знаю. Ну зато вначале мы их пиздили. Дорогие друзья, пока трехминутная рекламная пауза. Да, и да. Потом еще инвокер. Мне нужно выиграть еще одного инвокера, Андрей. Я понял, ребят. Я допустил очень много роковых ошибок в конце игры, к сожалению. И это стало решающим фактором. Да не, я просто на Рошане ворвался как даун. С этого все и пошло. Мы же нормально их... Да, если бы я снизу не нафидел бы, мы бы нормально на Рошане подрались. У меня был бы этот самый Октарин. А с Октарином там уже совсем другая катка идет. А потом один замес, конечно, у меня уже Шива как бы. И все, и пошла Катька. Катька. Катька пошла? Да. Блин, Акаш прикольный герой, но умирает за стан. Есть минус. Не,
На 25-м прикольно становится. То, да, на 25-м налюто. Сейчас уже не такая прикольная. Когда Blade Mail работал, был прикольно. Ну да. Да против Свена все вот эти вот аджоры, это не совсем работает. А особенно, когда еще есть Solar Crest и SF. И как бы там уже вроде как ты отжираешься, но умираешь с двух ударов. Мохмон Сенкинги катает. Ну, посмотрим. А, кстати, там же катка идет. Так сейчас там уже Best of 3, я так понял, начинаются. Силы света против... Да. Ну, игра. Блокер Андрей, покажи класс. Я покажу класс. Инвокер, опять на инвокер? Конечно. А сколько тебе нужно, чтобы изучить героя? Еще пару игр. Мы близки к разгадке. И там ты начнешь бустить нас, правильно? Все верно. Бустить, да. Так я уже вас... Я в прошлый вас немного подбущивал, парни. Ну там, где... Там, где буст, там и дебуст. Золотые слова. Курса. Бокер Андрей, мне нужно будет, чтобы фаржи помогали мне убивать. Да, хорошо. Урс Ярослав. Зови меня Урсой. Просто Урсой. Блин, там этот Earth Spirit будет гангать инвокер Андрея, мне это совсем не нравится. Да, давай. Кого тебя? Не знаю, убери от меня свои грязные руки. Ну, суппорт тоже просто, вся рандом будет без суппорта. Не трогай мой векс, не щупай меня за экзорт и не входи мой класс больше никогда. Выбирай, кого тебя. Эу, инвокер, что хочу, то делаю. Отсюда, давай. Ты мой, я купил тебя. Ну, на самом деле, дота бесплатная, играть не покупал, но все равно. Так это они пикают сейчас. Ну, ну да. Ну давай. Все равно убирай. Парни, вот, кстати, какой-то стан под прокаст это тоже неплохо. Так-то инвокер Андрей сам по себе неплох, но если есть станы, то играть проще становится. Хорошо, ладно, я хочу на Рубике. Нужна попытка номер 2 на Рубике. Потому что мне не очень понравилось. Давай. Опа! А у нас проблема. Applejack, Кеклул, Парк. Капдра, спасибо большое вам за подписки, ребята. Да, у нас что, минус если один он, боец? Если он не выберет героя, то игра сломается. Ох уж эти питерские. Угу. Как куда он делся-то, алё? Алё! Алё. 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 Тан. Покер Александр. Оу, Андрей, почему я забанен у тебя в чате? Я никогда тебе не желал зла. Надеюсь, ты уберешь. Всего да, доброго. Ты можешь найти типа, покрой, Алё? Зачем ты заходишь быстрее в этот... Рандом. Я тебя разбанил. Нельзя рандомить. Надеюсь, ты действительно не желал зла. Последний не может рандомить же. Отстой. Возьми. Сейчас игра становится уже скоро. О, вот это хороший чар. Ну типа просто у врагов было очень много станов всяких, тяжело было играть. Ну да. Не, ну инвокеру Андрею, да, там, конечно. Можно Миракл спросить, как бы тебе легко играть на инвокере? Да он бы обосрался бы, когда там тусик, шейкер, ЦМочки всякие ходят, что-то гангают. Инвокер Андрей свой потенциал не реализует. Сам, хочешь махнемся? Не, я на Рубике вообще не играю. Я на Дарксере. О! Ты на Дарксере? Рубик, ты темба. Ой. А у меня пишется, что собачки на Дарксере. Ну. Это... Можете сейчас прям свапаться. А? Обняться героями. А, хорош. Ништяк. Давай. Серёг, если замаксишь фиссуру, я буду попадать санстрайками, скорее всего.
А если я не замашу фиссуру? Тогда, скорее всего, буду не попадать санстрайками. Хорош. Слушайте, может кто-то на меде постоять, мне крипов подблочить, потому что я хз как, но я просто не добегаю до этих самых, до крипсингов. Ну, короче, медленно, потому что... Ты встань рядом. А ты возьми векс, векс, векс возьми. Ты с башмаком сразу. Угу. А еще можно тпшку. Можно успеть самому? Да, ну встань чуть правее, типа, а не прямо в руне. Я понял, сейчас попробуем. Да говорю, ну, векс прокачай, Андрей. Инвокер Андрей. Да ты что, издеваешься? Да на ТП-шке прилети вот сюда, вот, и встреть крипов. Инвокер Андрей играет исключительно с этим экзортом. Ты что? Слушай, они заливают там остальные... какие-то эти бабки. Ой, ну все, тогда я предсказываю, как бы. Так, мне нужно сменить. Стезя волнореза или стезя вестника боя? Волнорез. Волнорез. Пойдите... Нет. Видите? Во! Прям ловкость. Я ловкий. Шейкер, шейкер. Патимейкер. А что будет, если я на Урсе куплю октарин? Просто нечто. Будет быстрый ультимейт. Ты будешь топать и хиляться. Круто. Вот. Представляешь, сыгоним мы Экторину Мурса, у него же кулдаун ульты сколько там будет? Секунд? 10? 5? 10, ну... Не 5. Так, 18, а будет сколько? Будет не 18. Так, все, парни, я собрался, я готов. И... Окей... А, ну, естественно, санстрайк набалтываем исключительно на руне. Так, я выехал. Ну, я не знаю, если сейчас не успею. Успеешь. Прям идеально успеешь. Идеальный тайминг! Покер Андрей. Оу, yeah. Да, он становится все лучше и лучше от игры, спасибо. От игры к игре. А что, у меня Миранда какая-то? А там еще, смотри. Он в Девард поставил, по идее, здесь вроде. О, мне найти. Я прям сразу блочу, если подойдет. А он не подойдет. Да, может, ты будешь ходить отсюда. Да. Веселая игра. Сюда иди. На. Не зарезвим тебя. Шами, 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 шами. Я собака, Андрей. Ой, я собака. Собака. Как что ли? Так подожди, ты чё? Слабился, что ли, еще одну. Я блокер жесткий, если чё. Понял. Как же он мансит, Андрей. Ну да. Блокер. Не, я не правда. Земель у вас ещё на центре, убил. Да? Пошли, пошли, выгоняйте его отсюда. Как мы его будем выгонять? Подожди, наглянем. Бить его нельзя. Нет, у меня нет страны. Так, мне походу домой пора. Так, ладно, да. Стой с ним один на один, ты справишься. Ласт, я пошел хулиганить. Я пошел хулиганить. Да, а, вот тут какой парень. Лучше. Серег бандит. Хулиган. Хулиганье. Рано без липа, да? Да, да. Поднимаю ее, если Андрей будет набегать. Андрей может. Блокер, Андрей. Я еще тебе подстан сделаю. Давай. Я уже подниму. Боже. Да. Ребята. Первая кровь. Я бегу. Ну это только начало. Это начало истории Андрея. Начало пути. Блокер Андрея. Ой, Эру! Ой-ой-ой.
Какую эру? Ну ты чё? Через 7 секунд буду. Давай вот здесь вот. Местись. Ты чё-то... Андрей просто инвокер не хочет помогать, в принципе. Инвокер Андрей! Боже, попал эти. Вот здесь, Андрюша. Иду, иду. О, кстати, я сейчас только понял, это же Real Life, это же задроты. Это Real Life? Real Life, это лечу. Типа греческие задроты. Ну, Real Life, по крайней мере. Как же мы ебашим. Жестко. Андрюша, сделаешь выстрел? Качественно. Это было качественно. Главное, чтобы было безопасно и уверенно. Блин, мне не нравится, что он хочет забивать с меня штуки. Еще у него вард есть. Вокер Андрей, есть анстрайк? Да, будет. Но он бежит на базу, если нет. Ты можешь попробовать убить. Нет, 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 так не буду. Так, Серег, проблема? Нет. Нет, в порядке. Вторым замедлением. А земель может быть сыр? Нет. На мид. Стаптера нету. Тезраптор здесь, 120 мана у него, Андрюх. Угу. Хочешь, убьем его? Я на шрайн предлагаю сходить. Да. Сейчас, только мне нужно немножко под это самое здесь. Давай, подфарми. Let's go. Не могу. Бороться. Я его сейчас попытаюсь отрезать, сейчас рубить подойдет. Вот на этом крыле. Подними, поднимешь? Да. На что ты не выкинул-то, блядь? Да. Эмпла. Ладно. Тут козлы убили. Козлы. Числом, числом, числом. Задним? Пиздец. Пойду на топ. На хелпушечку. Блять, что это такое? Возможно, это инвокер, Андрей. Что-то я подобосрался так хорошенечко. А, это замедление. Пойдем на него. Сладкий. Можно. Да с шестым полетел. Ну, это ну, устоял. Нормальный, нормальный размен. Прям слишком сильно замедляет, я только не Спорт могу. Спорт сверху ушли. На центре здесь парни. Парень. Я пошел шрайн на топ пить. Собак, хотя, когда нет, выходишь пока, кормить, пока, говори инвокер. Пока никуда не пошел. Согласен. У него мана нет. Будем убивать? Я готов. Сейчас после прокрутчика. Скакать на блокере и понять, что он реально ничего не может первые минут 15. Сложно придумать героя слабее в начале. Хорош. Игра на стрелу кидала в меня. Ни хп, ни брони, ни МС.
Все скиллы стоят 50% монопула, а снимает копейки здоровья. Влейте. Да. Домой! Я до дома. Контроля вначале сосет соленого. Ой, Мирана здесь. Да, да, я говорю, Мирана. Или где? Сверху Мирана уже? Сверху. Да в начале игры одного сострайка достаточно, на самом деле. По мне так. Пошел отсюда. Санстрайк и инвиз. Два которые нужны, по сути. А. Не. Че, кот наверх-то пришел? Погангать. Типа. Ой-ой-ой. На я тоже иду, кстати. Но маны нет. Скоро уже накапает. А у меня быстрее накапало. А, хотел бы обратить ваше внимание на то, кто сделал это. Инвокер Андрей. Это... Че, пойдешь его бить? Я хотел стаки зафармить. Так, покоцаться. Че он тут фармит на эти маны? Эру. Миран сзади. Сейчас скоро. А будет? Попробуем уйти. Блять, этот Ирана. Тут ТПКД, да? Сука! Эти стрелы. Че она тут делает? Че она тут забила? Есть анстрайк? Инвокер Андрей. Не попал. Ну она на мид вообще забила хуй. Просто пришла вверх. Андрей, у тебя фрили нет, да? Да. Хорошо. И мне это нравится. Все бы. Правда, у дистрактора тоже. Пойдешь атаковать его? Тебя обходит. Так, типа... Вот, эх, не было маны на инвиз, увы. Он же сколько? Инвокер Андрей, инвиз? Инвиз 200 маны стоит? Дай санстрейк, пожалуйста, что-нибудь, Андрюха. Я Фонзор, мертвый. Этот самый, инвиз 200 маны стоит или сколько? Или я обосрался? Да. Мне пизда. Какая ж за страха на этого... А я могу этот санстрайк сейчас дать через 7 секунд. Там Иран на хосте. Чё у них хосты? Всего доброго. Да хватит, пожалуйста, блядь, ёбаный кот тупой, блядь, петух. Реально. То хосты, можешь на миде, блядь, пока постоять, постоянно. Я пойду в лес подкачаюсь. Сам где-то трётся. Кот не может попасть стрелой, зато ни одной. Ой, крип! Давай! Дай еще! Арбуфетом работай! Да блять! Почти. На меди. Ладно, здесь я успел уйти на ХГ. Жайка без лета, если чё. Блокер Андрей, смотри снизу. Угу. Бат вот этого. Вон. Инвокер Андрей! А, да, Андрей Санстрайк Маста, голубь. Что не застанился? Мой друг Инвокер Андрей. Где должен был застаниться? Странно, тема. Это просто нечто. А почему земель фижур... Слышь, Ярик, почему земель фижур и шейкера давай, не станет? Да. Это без ульты, Джаггернаут. Паш там. Человек косяк. Знаете, в инвизе... А! Инвиз кота! Так, ну инвокер Андрей благо знает, что делать в такие ситуации. Пец. Сверху помогли пушить. Тавр 6 хп остался. Пройди как-нибудь хитро к тавру и сломай его. Хитро, пойди там. Спасибо. Это достаточно хитро. Сам-то опять нету.
Андрей, санстрайк. Я допешусь. Он без крутилки. Топте. Сдохни, тварь. Стрелу поймал на миллион хп, миллион секунд. Да, я лечу. Не, по снизу какую-то помощь, это да. Кися. Короче, я ливаю из этой игры. А, Дарксир уже ливнул. Я с Дарксира. Плей. Давай, сейчас вот трахнем его. Где он? Посмотри, Андрю. Задроты в доту играют что-то. Блин, зря это дело, мне качаться надо идти. Да. Давай, я поиграю за ДС. Можешь идти разъебывать. А дальше под это? Я, короче, подкачиваться пошел, мне реально без гонима что-то тут. Вот риска там. Стрел немного. Стрелу поймал немного. Так, снизу омник. Вард стоит. Омник, кстати, до сих пор не присутствовал в файтах. А, он присутствует. Конечно, я с вами там не дерусь. Тоже не особо. О, Омник! Вот какой Омни Найт? Ну пожалуйста, окститесь! Нет. Ручной его принимай. Эх, тычку не успел дать. С руки? Да. Тут Мирана какая-то бегает. Я ливнул. Кайф. Мирана, наверное, везде. Да. Подбухивают там, подбухивают. Не люди. Другой лифт засчитали уже. Ну, инвокер Андрей еще пока не опускает руки. Я что-то опустил уже руки в этой игре. Ну, у тебя, я смотрю, все очень плохо. Ну, не то чтобы прям все очень плохо, но, блин. Можно пробовать как-то здесь что-то сделать? Я с даггером, только у меня кулдаун альта. Давай, сам фишуры хватит в целом. Что-то странно будет заходить. Опа. Я бейчу. Бокер, эй. Пройти не дают. Почему не зарядилась урна? Блин, Джиггернофт ломает вышку нам. Полечу туда. Да, я под регенец пойду. Go tower middle. А, да. Ну почему так происходит вечно? Ну что это? Почему они? Ребят, там сколько стану земель длится вообще? Я стоял, такое ощущение, что не знаю, час. Бесконечно. 2.25. Побрали. Бля, ну без Дарксера все не то. Да. Мог блять, помочь. Без игрока тяжело играть. Тут даже инвокер Андрей не спасет ситуацию, скорее всего. Не, ну скорее всего спас бы, если бы старался, там, сами понять, ну, блядь. Без человека не поиграешь до там. Ну, блять, я надеюсь, на самом деле, что он вернется еще. Нет, пожалуйста.
Таня! О, если бы он вернулся, было бы прекрасно. Еще надо хотя бы им подфармливать. Стоит на где стоит. У меня есть, блин, кус, кен готов куда-то. Можем вот наверху, например, вжарить друга там. Киллы. Я сейчас с аганимом я тоже могу в целом. Может какой-то смог там придумать? Можно, у меня есть. О, смотри. Просвет есть? Это, блядь, бесконечная хуйня просто. Сталь, станы. Ну это хорошо, кстати, слушаю. Это вы подзаработали, найс. А я ничего не потерял. Чё, хотим кого-то убить? Не. В центре здесь. Короче, метровала БКБ надо, и я тоже, может, что-то смогу делать. 15-й, начну сплит пусить. Не, не надо им подфармливать, слышите, лучше я бы эти места бы вычищал. Если бы вы были бы инвокером Урсы, как бы вы разматывали врагов? Убить Рошана, значит, мне кажется, это плохо кончится. Да. Был смол, так называемый. Я думаю, надо уйти. Да. На инвокер Андрея настало время сплитпушить. Не, к сожалению, ТПшки не было. Боже, блин, ошибочный заход. Ошибочный заход. Есть, у нас там тусуется. Я его на базу. Блин, что у меня найт на самом деле, это просто жопа. Я уже представляю, что даже если вроде все норм, я все равно не могу никого убивать. Нужен дифузал, еще нужен БКБ, а еще нужно пашер. А что у них палка это ссаного джиггернаут там? Инвокер Андрей! Могли, кстати, убить? Ты вообще не общайтесь, сейчас бы дали все скиллы, просто он бы убил. На ульте нету. Ну, просто стан, типа... Рубика. Дарксиром там поиграем. Не, я не хочу, не хочу. Отойдите, отойдите. Я имею в виду Дарксиром. Нажми. Я играю Дарксиром. Палка стоит. Слышь, Фаржон там, попробуй палку убить. Я попробую. Да, они ушли. Надо ловить сверху, maybe, где-то. Можно попробовать. Смачок есть, можно вот сюда пойти. Можно. Вот, типа, у меня... Наверх пойдут. Походу, Vision стоит, что ли, ход. Так, может, их потрахать там? Тут дизраптор где-то вот бегает. Здесь вард стоит вот здесь, где-то у нас. Дизраптор-то лох. Вот.
Джиггернаут. А вот Вард. Ты это зря так. Перебор. Да, пойдем. Да, все равно инди с котика. Стоит что-то? Куда-то стоит нам. Будет станчик, помню. Да. Так, я вниз поехал, подкачаюсь, только мана нету. Под заблоченный эршин у нас. Здесь надо снять вард где-то. Здесь или здесь? Да. Тут, походу, много вардов. Типа, видимо, тут стоит и Ancient, видимо, заблочены тоже. Может и нет, сейчас проверим. ДД снизу. А, нет, Ancient, нормально. Дизруптор идет, пол. Блин, интересно, Санта рассматривает вариант вернуться в игру? Ты украл у него поляну? Чётко. Вот он вард сюда ставил. Заработок в интернете. Это 40. Так, там вниз надо отпушивать. На Ancient, ну, на наших Ancient'ах Джукстер. Я топ дальше продавлю. Так, а там как ты хочешь сбить вард? Полтора ставить. Так можно. О, дизраптор, Андрей, о, нет, там много. Да, там очень много. Ну и тварь. Спасибо. Благодарю. Это еще наш. Я враг идет, по-моему, нам пушить. Наверх в инвизе, уверен, побежали. Ну вот и обосрались они. Верно. А инвокер Андрей уже при делах так-то. А, так они решили. Тоже достойно, чё. Будь бдителен, вампир. Сейчас на тебя сразу. Визенбиза. А, нет. Кто ты? Умник, рыцарь. Ну, они все равно тут могут быть. Типа, вот это, вот это. Да. Я, в принципе, бегу. Здесь джаггер еще, в спине. Весь ульт в меня всадил. Ой, хорошо. Кису, кису надо. Пойдем за ней, но надо бы. Я иду. Киса стрифанула, по-моему, вниз. Вот она. Медл надо. Фаст. Да, я уже. Все вместе. А я уже тоже это, парни. Какая я люблю, ну, поняли. Инвокер Андрей. Его попробуй убить. Сейон вражины, поджигает вагины, санстрайки кидает, по всем попадает, и кастует торнадо, метеором он ждет. Это правда, это правда, все. Я ебу тебя в рот. У меня скоро будет ТП уже. Ты можешь ли просто?
Враг снизу там что-то. Я без байбеков играю, если что. Атрибутики, что-то да, герочек там подъехал. Хорошо, хорошо. У них кто-то лес вычищает, будьте бдительны. Как Санта повернулся в игру, было бы так приятно. Правда, от Андрея стрелами? Да. Это снизу умирает, мы можем ее убить, пожалуй. У меня сейчас будут. Можно. А, тут еще... О, смотри, дизраптор идет. Дистрактор можно. Я еду. Просвет есть? Там кисы еще здесь. Вот здесь кисы лол. А, подождите, тут нас убили друга. Надо уйти, на самом деле, как пример. У меня не здесь был, но я покакал. Так, короче, просветки не хватает с одной. Вот вторую взять. Поиграть там весь, кто-то кому долго. Андрей. Инвокер Андрей, поиграть весь. Ладно. Я поиграю, давай. Давай я с... А, ты? Давай ты сыграй. Ты окошко. Палка стоит с саном. Давайте, братишки, я наигрался с вами. Я так. Поиграйте ДСМ. Да, у нашего друга. Я шейкер буду. Андрюха, шейкер, играй. Играю. Сейчас я уже с собой буду играть. Можете цеплять. А я вот там. На помощь. Ой, как неприятно вышло. Какая... Нахуя он этот штатик шторм поставил? Нахера? Я играю ДСМ. Да, я в таком говне. Нет, уже. Бэбэка нет, но тут... Да в пизду, блядь! Нормально бы поиграли, вылетел, блядь, Санта не зашел обратно, здорово. Здорово! Тут реально нормальная катка планировалась. Да, да, реально была бы нахуй. Пиздуй, предлагаю не дефать, просто мне что-то горит с этой хуйни. Инвокеру Андрею нужна еще практика. И инвокер Андрей! Да реально можно было нормально потрениться в этой игре, но дерьмо случилось. Не, вообще я пока что еще магии плохо кидаю. Ну, типа тут будет резкий прорыв в попадании магиями, когда уже будет комфортно все скиллы перебирать. Юзать то, что нужно. Дерьма, блять. Так, выгнать из группы. Там главное, что у нас в пати сидит. А, и нам нужен еще один игрок, Катала. Предложись прыгнуть. А пока, дорогие друзья, небольшая 3-минутная рекламная пауза. Предложить пригласить было. Так, что там, эти играют еще, я надеюсь. Пещерный парашютист, сука. Вот, играют, отлично. Так, кто бы говорил. Да, вот насчет того, что менять скиллы местами, это реально нужно делать. Поменять местами.
Ну, хорошо, спел не будет. Убирается первый тот, который ты закастовал первым. Вот. А, понял. Поэтому за 0 маны можно менять местами. Опа. Ну все. Это победка. Какая победка? Все, у нас и бах есть. Это вот этот Time Juice. Он тоже сочный. Паник как у Санты. Паник как у Санты. Ой, в смысле, ник, а аватарка как у Санты. Один в один. Может, это Санта? В смысле, у тебя залагало, у него аватарка знак вопроса просто. Или нет аватарки, не знаю. Одна из двух. Короче, реально, если задрочить этого санного инвокера. Можно поднять себе даже ММРчика. Давай, инвокер Андрей. Ну пока враг не будет банить его против меня в любом случае. Они хотят, чтобы я его тренировал против них. Вам. Все, я пошел фармить. Давай. Ты прям пикнул ее? Так это глобальная старта, сейчас Зевса возьму. Йо. Хард пойти. О, на Зевсе в хард. Да. Как инфлейм. Челлендж инвокеру Андрею попасть четырьмя скиллами по одному герою. Торнадо. Инвокер Андрей, ну у тебя здесь, смотри, будет спектра ультить, Зевс ультить. И тебе только санстрайками добивать людей. Ну да. Так. Кстати, тут не заметил Ил Армор, 1000 рублей. Как же ебошь ты его... это правда, не допускай. Спасибо за донат. А еще спасибо большое Angry Kaban 2033 OUKB и Бородецкий за вашу поддержку. Это инвокер, это Андрей. Инвокер Андрей. Ну сейчас у нас хотя бы есть Огр, с ним реально можно нормально это санстрайк еще раздавать. Квалы? Непоседа, квалы завтра. Кабакин возьмет кого-нибудь. Ладно. Раста. Вот тоже под санстрайки. Yeah. Так это супер санстрайк пик. Ревенга. Алло. Ошибочка. Алло, здорово. Здорово. Блин, я думаю, можешь попробовать Аквилу собрать на инвокере Андрея. Первого тебя говорю. Типа нормально так ман. Ну, по чуть-чуть. Ну, типа Аквила с рейндропом, у тебя уже хотя бы ты будешь стоять, АФК фармить, у тебя будет хватать на санстрайке хотя бы. Ну, плюс колореточки. Андрей, я это увидел, где-то играть. Пальчики разминаешь. Да я так ебурь. Это уже, по-моему, четвертый инвокер за сегодня. Я просто знакомый клип скинул, а там просто какой-то метеор рандомно летит. Ну вообще. Куда? А все поют при этом песню инвокер Андрей? Не, ну там нас... Ну, блядь, такое... Не, ну у нас, в моё оправдание, в команде очень мало было станов всегда, поэтому приходилось на рандом кидать метеоры.
Да, теперь смотри, есть и Растич, и Зевс. Ай, достан. Соперник. Вроде 1500 левел, а цвет не очень отличается. Вот там желтый прям видно, что качественный. Ну да, золотой типа. Кстати, типа парни, платиновый. Следующий уровень. Инвокер Андрея. А? А? Найс? Nice. Ты на базе там страх закастовал? Да. Ничего. О, там, слышь? А, погоди! Так это стресс против нас играть, он же задрот. Я, инвокер Андрей. Даже с фулл маной на линию придешь. Да. Они, слушай, у них такой пик сейчас пойдут отжимать эту руну, я как чую. Может, да, прям придут. На, но пойдут, они могут быть, конечно, здесь. Да, ну инвокеру Андрею будет тяжело очень без руны. Верно, инвокер Андрей. А у нас трипл лайн тут снизу, да? Снизу будут отжимать. Не, снизу они ничего не отжимают. Я как снизу, бы прослежу за этим. И бах, Блайдстон, Торбу вином. О, да. Тики, слапы. Я смотрю, Андрей, на них. Инвокер Андрей, я слежу за ними. Вроде нет никого. Кстати, Вань, если будешь ко мне обращаться, то обращайся, инвокер Андрей. Это важно. Хорошо. Огар Иван. Ярослав Зевс. Кузнецов. Я все еще не привык смотреть на Расту, и вот видите, у него эта цифра 74. Да, у него есть такое. 74, Карл. Блин, у нее, между прочим, еще 120 хп базового. Это тоже такой прикол интересный. Ну, Растич, да, плотный. Да, мне кажется, можно в миде обузить Растича. Какой герой Растича отметить? Заманиваю, заманиваю, завлекаю, Ваня. А че он? А, он с тапком еще. Чем он там? Если ты его схватишь, можно. Да, я же ему пизда. Он вообще хочет сплык оставать? Или он так? Может, он с монотрейна пришел? Мать, ебать, я разваливаю. Я чуть-чуть не там. Как я примерно? Не, жестче у меня. Жестче? Ты просто тыкаешь микрофоса, а у него прям видно, как хп отнимается. А чё, собачка, можно в него еще потыкать, кстати? Прям готов. Не, ману, конец. Не, он с огром разменивается. А сейчас есть мана? Сейчас будет догонного. Пошли. Да. Ладно, я пошел до базы. Не, ну кажется, он понял, что Растик с этим, с Агром, весьма сильное сочетание. Без шансов. Да, блять, крипы, добивайтесь. Ваня, хочешь табак принесу? Не-не-не. Не-не, пожалуйста, только не табак. Ладно. Я вниз приду. Давай, я уже лечу. Нам как бы не важно, кого из них бить. Алимана Фортикана. Только этого. А, это да. Смотри, какие смачные куски. Ебать, как ему больно. Я прям чувствую его боль. Так стоп, а как думаешь, они свою бомбу забирали? Не. Я пойду погуляю с ним. Тара-та-тара-та-тара-та-та.
Теперь, Андрей, я покрасил воду в обливатню. Спасибо, мне так комфортнее играть. Андрей, у тебя будет что-нибудь покастовать? Ну, вообще если есть. Что, вдруг что? Вот скоро появится, точнее. Блин, он так-то пухлый. Отличная работа, и бах. Хорошо. И я покастовал, и... Да, классно. Только я, правда, там из 4000, которых мог дать, дал 2, но это такое. Не, ну, начинающий инвокер Андрей. Да, 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 в этом... Джуниор. В этом и суть инвокер Андрея. Он всегда начинающий? Не всегда, но он порой... Порой начинает. На конвейер можно. На конвейер реально можно. Я готов ради этого же мангус. Андрей, нападай! Расти какой с ботинками. Андрей еще. Питбокер Андрей, господи. Да. Господи! Мама дорогая, ты питбокер Андрей. Это он. Давайте Шрайн где-нибудь бахнем. Я бахну, только мне нужно мид отпушить. Шрайн тут скоро. Но тут есть Мейден и Венга. Венга достаточно толстая, Мейден не хватит. Ну я как casual support пришел, вижу две пачки на тебя идущие и постою с пичек спу, наверное. Ладно, пошутил, я отойду. Да не, можешь. Но мы можем тут убить, на самом деле, кого-то. Не, ну да, можем. Че, можно на шайнич? Они не полезны, боже, наверное, как же мне там приятно, я просто не этот, не останавливаюсь, я постоянно езжаю курицу, и это здорово, это прекрасное ощущение. Так, пей быстрее, быстрее, выпивай. А будет еще станчик? О, какой-то? Еще одна. Так и я то можно. Бегу, бегу. Так, что у тебя будет скоро? Это верхняя? Андрей! Ма и мана сейчас могу. Не просто, Андрей, ребят, как ты гангаешь их? Не просто Андрей, а инвокер Андрея попросил бы. Не отходя от кассы, прям гангаешь. Да. Можем шрайн, если хочешь. Да, пойдем. Крипс, ребята, идем. Внизу прессуют. Да. Тим сейчас. Воска, Андрей. А погодьте на шрайн, пожалуйста. Мы да, кстати, погодьте на шрайн, только меня тоже, пожалуйста. Ну я Андрей, Андрей, парни. Ради инвокер Андрей можно давай и подождать. Давай покачаемся, что ли. Покачайтесь, да, пока. Ну, Андрей, ты реально долго. Ну что же, мне тележку оставлять? Тебя не ждем, им? Андрей. Ну, парни. Фак. Андрей, у тебя там... Блядь, я ее не добил даже, я здесь... И вы... Все, блядь, инвокер Андрей в тите. Хотя, секундочку. Я сейчас реген получу просто. Спокойно, реген. Забейте, мне нормально, мне не надо было. Так, у него есть этот... Пошел отсюда. Нет, замедляй. Да я так. Санстрайк подготовлен. Тут в центре у них стоит. А! Блин, его так. Инвокер Андрей, сверху, сверху, инвокер Андрей! Пойди, я верну. Ты что, думал, что я, блядь, не дам санстрайк? Не-не-не, я просто на всякий случай. Ой, как мне нравится с Зевсом играть. А выложишь свои? О, Леоны! Все братья здесь! Мисс. Больно-то, боже. Реально, мистер Леон были. Неожиданно заехал. Давай, ты его там разминай, а я дальше его доем, может быть, если он. О, я готов давать. Не-не, я тут нашел. Будет стан? 74, мои работают, 83. Так, не-не, Андрей, я бы дал сунструк. Ну он сейчас еще вернется, если что, я крикну. Хорошо. Есть ульта, если что. Хорошо. Вот это вот, что это? Пришел вот вниз. Чертенок.
Я выехал. Так, инвокер Андрей, сейчас. Го-го. Инвокер Андрей, будьте готовы. 10 секунд. Я дам основному. А, пока так. Пока так. Там его друг Шторм летел. Нет. Нет, друг Шторм меня. Вибов. Че, серьезно? Угу. Задрот. Арканы или фейзы, Андрей? Арканы, фейзы, конечно. Ой-ой-ой. Вокер Андрей хочет маны. Че там? Ну тут Шторм может где-то рядом быть. Ну я тоже лечу вниз. Давай, мы типа такие боимся, собачка, ты типа такой. Собачка, нападаем. Винги сверху нет, если что. Буду у вас там. А нет, винга тут. Ну как же она живет? Еще тому замедление там. А там кто-то летит, Шторм. Грамма, господи. Ладно, я думаю, я уже в любом случае бегу. Так, инвокер Андрей, у вас есть что? Смотри, смотри, смотри. Будет что. Если что, у тебя есть, да? Да. Скоро. Так, чему можем? Вот так. Если что, я дам это. Ой. И маны сразу дам. Можно нападать, по-моему. Инвокер Андрей! Шторм сзади. Я готов, понял. Готов. Мы не можем нападать. Тает. Я второй ботинок купил перед смертью. Ну, это на фейзе, видимо, ботинка у тебя. Действительно красивый байт, чего не скажешь. Так, Сайнвокер Андрей у нас уже тоже, значит, выходит в лейтуху. Это, по-моему, первая игра, где у меня вначале нормально все пошло. Здесь и Майден, здесь и этот. Так, пойду баунтером забирать. Да, ну забирай. Или инвокер Андрей хоть баунтерон забрать. Забирай. А мы можем этого убить снизу. А все еще есть ульта. Ну, за тауром может стоять. Опс. Эй, тварь. Нет, дайте же уйти. Там ульт. Эта игра станет такой же легендарной, как и Рубик Электрик. Вот так вот. Ставьте плюс, если так. Вот так вот. Будут. Вот так вот. Вот так вот. Я чуть отойду. Нет. Инвокер Андрей сверху. Инвокер Андрей. Смотри. Нема, нема, нема. Это нормально все. Ну я сейчас дам его. Кто ж знал? Да, блин, да он с Аркан Руной. Кайф вообще. Кайф, то есть не кайф. Где Шторм? Сверху был. Сверху. Он уходит. Вот. Это он молодец. Я через 5 секунд прилечу с прикола вниз. А я уже готов. На-на-на-на-на. Пока Андрей, пофармите верхнюю линию? Конечно. Что за вопрос? Во. Просто говорю, инвокер Андрей, фармите верхнюю линию. Боже, как же ему больно. Почему он мне не дал? Я должен стоять. О, давайте тавр. Давайте. Давайте. Вот некрасный тут. И инвокер он. Это инвокер Андрей! Стрелка. Нет, ТП инвокер Андрей. Это что за инвокер Андрей? Винга еще. А мне кажется, скрипчик захочет добить какой-нибудь. Пойдем, сейчас, Вач, погоди. Сейчас пойдем дальше. О-о-о! Андрей, инвокер! Да что так медленно огр бьет? Хорошо.
Андрей, почти. Мне сказали, я дал. Пойдите на ману. Блин, вот что, но моего чара мана кончается, конечно же, есть вообще. Инвокер Андрей! Да нет уже маны нихера. Ну не-не, я... Я улетел отсюда в мид. Ой-ой-ой. Задержись. Курица. А чё, шторм? Бегу. Сетка себе будет? Инвокер Андрей! Да, опять в дерьме. Или тебе просто нравится это говорить? Мне нравится, как это звучит. Понял. Сказ. Охуеть, бля. Они? Ой, нет. Я так и знал, что это курица рано или поздно. Они уже файвмен играют. Почему так медленно? Но они не знают, что у нас есть инвокер Андрей. Ну, они, может быть, подозревают, но да. Инвокер Андрю. Инвокер Андрю. Инвокер Андрей, я понял, почему у тебя иногда нет санстрайков. Нет, это... Просто крипсинг убивает сверху. Но это я сейчас, пусть, ну, согласись, Ярослав, сейчас игровая ситуация такая, что он не нужен. Ваня, идем внизу, пиздец. Крипсинг не нужен? Снизу? Санстрайк. Не, я хочу вверх пойти. Я вверх пошел. Ладно, пошли вверх. Что они придут сюда. Ну надо тут, наверное, вардики поставить, все дела. Какие вардики? Паста. Вот смотрите. Того. Давайте, парни, я еще, как обычно, помогаю вам. Что-то сделали. Пинга снизу. Опа, это что такое на топе? Там что-то снизу, а, вообще кстати, какая-то жесть происходит. А почему снизу тебе позволяет вообще? Здесь, чувак. Блокер Андрей! О, Ваня, он развернулся. Ты что, реально? Ты серьезно? Короче, он какой-то странный. Типа... Не, сейчас пойдет. Правда, у него много стиков всяких. Инвокер Андрей! Инвокер Андрей, а там со страйком. Две. Три. Врачно, тебе нужны? Готов. Ребят, блядь, вы вызывайте инвокер Андрей, когда надо только, пожалуйста. Понял. Блокер Андрей, дать маны тебе. Да, давай. Извиняюсь. Чуть-чуть. Я нормально. Опа. Нет, не надо, не трогай. Да ладно, все, я пошутил, не надо. Так а зачем ты улетел, если тебе давал маны? Решил, что так лучше сделать. Решение Минвокера Андрея спорить это... Точно не то, чем мы хотим заниматься. Они бегают. А. Спортсмены, может? Ратраха буду использовать. Кто вне? А кто внизу тут еще? Шторм здесь. Они хотят верхнюю вышку. Угу. Я шторма буду разминать. А у нас готовы ультимейты? Да. Видимо, спектра пока не очень хочет драться, да? Я могу пролететь просто. Там штормайты, там трое вообще. Не, я готов драться. Это ебут! Не, не, мне хана. Не, реально? Виолет. Андрей. Да, ебах. Не просто Андрей, ты забываешь. Куда? Видите, он мансер. Я купил Вейл, забыл его кинуть. Ну, смотрите. Так, я про Кастини. Так.
Электрик. Опа. О. Электрик Андрей заказал. Андрей, на развороте, так... на развороте. Андрей, Андрей. Я готов. Сейчас я дам тебе прикол. Или ты... Все, нападай. Нападай. Угу. Опа, собачкин. Пизда. Все, только не вот меня. Пожалуйста. Инвокер Андрей. Ой. Со мной такое было. Понял. Такой Андрей, инвокер Андрей не переживает. Что-то да, зря сделал такую штуку. Это нормально его инвокер Андрей. Главное, что саппорты спаслись, правильно? Ну да. Саппорты делают начало игры. Минут еще 19. Я лечу, нет. Есть на самом деле прокасты, раскасты, можно оформить. О, это что такое тут убегает? Ой, так, он хил... да пошел, а пускай бежит, бежит. Пускай бежит. Так. Туманку под регеню на базе. Так, мне нужно отрепетировать, кстати, комбинацию торнадо, санстрайк, метеор, бласт. На базе надо? Я снимаю, Андрей. А, и рочер, Андрей. Снимаешь? Да-да-да. Так, значит, смотри, это что нужно сначала сделать? Для начала колдуем вот эту вот штуку, потом здорово, вот эту. Дэмс. На самом деле, понимаю, торнадо нужен второй, значит, денег, чтобы поднимаем... На а, не, подожди. Не так нихуя, можно и по-другому. Вот так вот проще. Санстрайк, торнадо... Вообще санстрайк, бласт, метеор... Смотри, значит, под... А, и желательно бегать вот так вот. Значит, смотри. Подкидываем, метеор, бам-бам. Полное дерьмо. Покер Андрей. Пойдем по пушке. Ребят, снизу обходят. Санстрайк меня сейчас кончит. Я готов сейчас лететь. Надо ультиспектры надо делать и там убивать. Я бегу пешком. Ноге. Инвокер Андрей, надо помощь. Я работает. Уже бегу как могу. И вот это да, помогу нет, этой штукой. Санстрайк. Я санстрайк, сейчас дам, сейчас это дам. А еще? Она еще хочет тут. Это инвокер Андрей, мой друг. Да. Андрей, да, таких не отпускает. Это вы правильно, ребят. А есть инвокер Андрей вместе? Нет. К сожалению, Индоки Андрей не может помочь всем, кому хочет помочь. Я ушел. И я ушел. И ты ушел. Ничего себе, у тебя не артефакт какой. Его еще нет, надо подождать. Ладно, в этой игре я буду стараться делать комбины на врагах. Смотрите, бам. Зарабатывать будешь? Да. Вокер, ой, некрофос снизу идет. Он идет такой и идет дальше. Нравится, я хочу его. Вокер Андрей, ой. Если что, снизу. Я уже лечу. Санстрайк попробовать вдруг. Хочешь? Санстрайк. Я Андрей, лечу. Покажи мне да. его. Опа. У меня 50 секунд ульта. А-а-а. Нет, никак работает. Эй. Оказалось, что Storm Spirit в инвизе. Тут тавер, инвокер Андрей, очень битый, надо добить. Там 66 хп, блин. Я выделю прямо бойцов очень. На это дело. Он добивает. У инвокера Андрея знает тавер, это, блядь. Кем родиться mm-hmm. надо. Ну да. Что они себе позволяют, блядь? О, на слота. Инвокер Андрей на топ едет, смотрите. Так. Вс,
все, блядь, он выехал. Никто не в курсе. Я уже еду вниз, парни, мы там их находим и трахаем. Меди, скорее всего. Это идеально, парни. Я нашел их. Ты ассультай. Все, понял, ищу, значит, врага. Давай, давай. Все еще там, все еще там. Вот. А, ульта? Там. Сережка, проблем, вы. Чё они тут делают? В смысле? Инвокер Андрей! Это мой друг, инвокер Андрей. Па. Ты не кастуй тут. Она слота. Да блять, ну что? Я не хочу умирать, мама. Даже ленью, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Покер, Андрей, тебе нужно. Так слышите, стоп, что я ретард. Что ты делаешь-то? Почему я колдснап не колдую? Надо же колдснап колдовать под метеора. Ну да, желательно. Так нежелательно, это must have. Без него же, ну, враг просто как бы уходит с метеора твоего. Ну или бласт. Хотя бы. Ну что-то у меня с тем, верно, с тем проблемки. Как бы я тебе говорю, что бласт на страйк метеор, этого достаточно. Как бы для профессиональной игры на инвокере на самом деле. Бласт, еще раз что? Бласт на страйк метеор? Ну, типа, я бы даже сказал Sunstrike Blast Meteor, он такой. Так, сейчас будем репетировать, парня. Теперь даже скорее Sunstrike Meteor Blast, вот. Так, совсем будет идеально, Андрей. О, снизу нападение какое-то. Инвокер Андрей, тебя могли это видеть? Нет. Гогу помогать. Хотим? Да-да-да. Ну, такое. Немного. Ну, шторм в топе вообще. Шторма нету. Но он может на шрайне оказаться. Магическим образом. Райан читерство, чертов. Блин, ну когда мало секунд торнадо, то не получается. Это нападение! Как же ты выебан. О, я надолго. Отдохнуть. Мы ничего не делаем, мне не нравится это. Мы ничего не делаем, при том, что я даже пытаюсь что-то делать. Хочу быть полезным. Так, нужно квас прокачивать здесь. А это же инвокер. Так. А мы можем? А, нет, пиздец, сам вряд ли что-то можем. Или инвокер Андрей. Инвокер Андрей может. Пойдем по инвокер Андрей нападает его. Как ветра ему кинь там. Вот, вот эту. Оп. Надо два блустона. Ну какой, блядь, заебала тварь ебаная. Ну что? Я пока бегаю чуть-чуть. Я четвёртый в центре есть. Крайне, блядь, тяжело на самом деле пытаться еще акцентировать внимание на чем-то другом. Еще вернется Шрайн. Потому что там Винга с Лотаром подбежит. У нас, еще, у нас здесь поставлю в центре. Еще собачки не подходят. Хотят что-нибудь? Да. Мало мануешь шторма. Да блин. Там еще этот, некрофос, некрофос, Серег. Плохо кончится. Извините. Да не надо было тобой. Могу шторм со шрайна пройдёт. Если бы собачки дошёл, мы бы смогли, наверное. Да. Но да, они увидели его раньше. Они жирные все. Да, там еще типа худые. Не, ну если драка нормальная будет, типа все вместе, то мы, мне кажется, до сих пор можем их. Ну да. Да не, мы сильнее на порядок. Этого никогда не происходит. Да меня что-то как тварь. Овнят и все. Там под вингоми столько димиджа летает. Надо шивы сделать.
Я вот тут был, потому что... Блокер Андрей, извините. Инвокер Андрей! Я, блядь, ебал эту игру в рот! Ну я типа, я сейчас просто пытаюсь комбинации это делать и не особо думаю. Ладно, все, блядь, надо выигрывать. Уже хватит финить. Now is the time. На ульта есть еще. Дальше. Ой, не того бафа, надо будет туер, наверное. Дальше. Они могут тут остаться, типа и свап кого-нибудь за свап. Вообще они на Рошане, на Рошана нежелательно им там. Пусть запустить их. Блин, у них, короче, есть пайп на Некрофосе и хут на Венке. Они в Рошана пошли. Можем этого немножко попинать друга? Вы его убить можете. Причем они, понял. Ну, они достаточно долго будут бить. Вам Венке. Надо бы напасть на кого-то. Ультани сейчас, Ярослав. А, так все, вы же ебете их тут. Да, я жду. Ну там линка, а можно? Поэтому не сюда. Рошан лоу, на самом деле, очень. Блокер Андрей. Да, линкой да, 500 на ноны. Го Рошана. Забирай инвокер, Андрей. Спасибо. Может спектрел лучше дать? Да не, мне нормально все. Инвокер Андрей, тоже все нормально, я считаю. Короче, они запушу своими пиздюками и готов идти делать дело. О, шторм хочет меня. Бегу, у него 700 еще мат. Бегу, бегу. Я тоже подтягиваюсь потихонечку. Да дрот-то. А, ну у него 24 подстава. Нет, все тупнутся. Кстати, видели инвокера Андрея, походу, где-то на шрайне. А может трахнем его все-таки? Или не помню? Я срочно дульты, я не с вами. Ладно, все. Я вообще мертвый. Леон ебучий. Может что ли купить? У меня винда нашла, ты чё? Продуло, я 8 секунд ульта. Шторм не там. На виде можно как-то. Ладно, или снизу, я подпушу еще. Тормать чуть-чуть был сон. Так, я пошел отопьюсь. И снизу подпушено, нам бы подраться. Можно их искать, они где-то там. Полокиющий парк, вот сейчас лес. Некрофос нашел. Вот этот шторм этот. Летит Смолкевич. Нам нужен какой-то план нападения. Определенно. Мы можем сейчас вот этот спектра тут может отпушивать, а мы можем смог завязать. А можно я уже, взять. Этот план нападения есть у меня. План нападения на ЦМ-ку пойдет? Пойдет. Блин, только. Главное, чтобы шторма не убил. Бутстончика меня хочешь. Но бинки там нет. Ты можешь нападать. В смокинг. Хорошо. Сверху Леон. Андрей, кончай ее, она уже никуда не уходит. Вот, эту тоже. Паш, на спектры ульту дать. Дай ульту, сейчас перейду, убьешь там. Сейчас застанем, может. Хорошо, зайди, пока вышечка. Ладно. Чёси, у него маны-то немного, летун хуев.
А Цемку что, ты сдохл твой? Ну, вот Серега, по идее, ее убил. Цемку, да? Что-то мать. Все, я к вам поехал. В смысле? Я отсюда. Вокер Андрей, опасность за спами. У него досты есть. Досты есть, да. Дай мне что-нибудь. Бежим. Тот мой. ДД сверху. Ну, мне не очень надо. Это лучше ты возьми, кстати, под ульту. Можно подержать. Там она долго будет валяться. Пусть валяется. Лес закончился. Что-то для забрали, да? Как в этой игре вообще выиграть? Короче, Венгал здесь где-то в инвизе, смотрите. Нет. Вообще она где-то здесь. Вот, нашлась. Ладно. А, это шторм. А, вот тут некродеда. Гони некродеда. На жульта будет? Правильно, нет, будет. Нет, некродедели. Опа. Мне кажется, там все уже кричат. Ну да, они кричат, но можем их взять. Это 100 маны. Реально ману, мало маны. Не, я ему еще 3 в жопу настрелял, это хер. Можно дальше, я сниму хекс, кого он ценет. Наверное. Ага. Если вы не... А что она думает? Мы можем ломать базу? Не, не особо. Ой. Скоро смажу, на самом деле. Ничего не было. Мы почти справляемся. Че, он сейчас бреет вот этих крипов, будет вообще неловко. Мне кажется, он против этого. Да пошел нахер. Ну он убил задних, кстати. Что происходит? Надо валить. А там еще центр грызут змейки, видели? Жестко! Добры! Собакин. Все, парни, я пошел искать очередную жертву. Блин, ну нужно как-то понять, сколько квасов нужно качать, чтобы прокас нормально давать. Есть у нас опытные инвокеры в тиме? 3. Точно? Там 1.7 получается. Типа... У тебя уже прокачивалось. Торнадо, санстрайк, бласт, ну ты этот, метеор, ну ты же потом не успеешь этот бласт дать. Ульта нет, я не знаю, парни, я, блядь, ничем не попадаю просто. Я сейчас это дам зелену стан, наверное, или... Не, у них там... Давай, инвалид, давай, туда-сюда ходим. О! В смысле, а он до сих пор убегает. Заебало, блядь. Ой. А ну сюда ходил. Блядь, а... Я чё, я крипом ТП? Андрей, прости. А, это ты разъебал крипа?
Я увидел его, он такой ходит там. Андрей, ты что хочешь, блядь, я сделаю после этого? Да, да. Я уже ничего не хочу, что-то, блядь, я на этой игре так... О, в пизду, короче. У меня не получается давать прокаст нормально. Сколько сейчас у меня? 2.6. Ну вот Sunstrike по торнадо, это надо задрить дело. Надо хотя бы метеор попробовать. Инвокер Андрей. Вы глубоко очень. Инвокер Андрей! Надо помочь. Не, этот бегать. На, это, кстати, уже все без бустонов. Собачка, подойди вот сюда, не бойся, подойди. Давай. Вот туда даже. Я не боялся, Ваня. Не, ну ты молодец. Еще кто-нибудь хочет подойти куда-нибудь? Как же они это делают, боже мой. Да нет. Хлопает в ладоши. Там шторма мало манов есть. Бам. Бам. Под фонтан можно. Сперты всех убьет. Нет. Тут так не работает. Они не умирают. Я сейчас подумаю, что это их шанс. О! Бам. Умирают. Расслабились там. Да. Не, ну инвокер сильный, но надо уметь. Андрей! Видели, как огр в слотрон ломает? Да, я слышал про эти истории. А, так у тебя нормальный огр, смотри, 29 бастонов. Так смотри, сейчас я тебя подкрепу еще. Не, ты вдруг зря в свою норку, блядь, спрятался. Иди сюда, ебать, я буду. Опа, шрайн. Так. Ой, я не успел нажать. А так. Бам. Ну ты уже здесь. Блин, как я долго АФК, хочу играть. Хотят умереть, может, там нет? Нет, не надо. Трон! Могу подстанить, чтобы ты попал прокаст. Давай. Давай. Блядь, на, я залагал, я залагал. Я думал, трон упал, но оказалось, я просто залагал и ГГ. ГГ, thanks. ГГ, НП. Ладно, я потом еще обязательно по это самое. По инвочере немного. 21 тысяча урона. Очень полезный инвокер в команде. По инвокерю, по Андрею, да, все так и сделаю. Я всегда много наносит урона. Ну, кстати, у тебя, по-моему, только тоже не очень много. Ну-ка. Я подкачивался. А-а-а. Не, сырник, у тебя нормально, а у меня как у куска дерьма. Ну, я потому что это, сейчас говорю, потещу, значит, свои прокасты и иду фижу, как тварь. Потому что, ну, блин, блокер Андрей, давай я тебе напомню, тяжело в учении. Да, 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 совершенно о, верно. Все, короче, хватит инвокера, пожалуй. Зато согласен. Не хватит рекламной паузы, друзья. Я вообще пошел на сразу под торнадо. Да, да, да. Ну, так, на четвертом уровне кваса Sunstrike дает сразу под торнадо. На четвертом 2 секунды получается, там 0.3 нужно подождать. Так что пока вам, пока-пока. Пока. Давай, пока, спасибо за игру. Сколько время там? 9-7 часов. Пике, пике. Что, катаем еще? Тоже идешь, что ли?
Ваня. Катаем еще, Эндрю? Я не знаю, я чуть подустал немного от доты. А есть там посмотреть что-то? Хочешь смотреть? Можешь стрелять? Я пока не хочу. О, вот, там же КС идет. Стрелять? Пострелять можно, в принципе. В КС хочешь пойти? Нет, в другую игру. Побега? Да. Немного можно, наверное, пострелять. Если есть желание вас поправить. Потому что меня, честно говоря, достаточно серьезно плавит. Я на грани того, чтобы подумать о том, чтобы закончить стретч.